скоро ты грядёшь. Mēs pateicamies, ka drīz tu nāksi. Скоро мы увидим тебя. Drīz mēs tevi redzēsim. Face to face. Aci pret aci. Мы видим твою славу. Mēs redzam tavu godību. Мы получим свою награду. Mēs iegūsim savu balvu. Мы благодарим тебя. Mēs pateicamies tev. Что ты никогда не оставляешь нас. Ka tu nekad mūs neatstāji. И мы разрушаем всякий дух рабства. Un mēs saraujam jebkādu verdzības garu, melu. Всякую тьму. Jebkādu tumsu. Низвергаем все бесовские силы. Saistam visus nelabus spēkus. И опустошаем весь дьявольский труд, который он совершил в течение недели или всего времени ваших жизнях. Kur viņš ir darījis nedēļas un visas dzīves laikā. И мы провозглашаем, mēs pasludinām, что весь ложь дьявола, ka visi velna meli, недействительны. Tie nav patiesi. Ибо Иисус есть Господь, ir kungs un Dievs. И кого Сын освободил, тот свободен. Un ko Dēls ir atbrīvojis, tas patiešām brīvs. И там, где Дух Господень. Un tur, kur Dieva gars. Дам свобода. Tur ir brīvība. Прими это как лекарство сегодня утром. Pieņem. Прими просто. То šodien kā zāles. Я свободен. Я исцелен. Pieņem, es esmu brīvs, es Я esmu cietināts, es esmu stiprs. Потому что Бог со мной. Tāpēc, ka Dievs ir ar mani. Если Бог со мной. Un, ja Dievs ir ar mani. Кто может быть против меня? Kas būs pret mani? Тот, кто во мне. Tas, kas ir manī. Больше того. Ir lielāks. Мире. Nekā tās, kas pasaulē. Поэтому я победитель. Tāpēc es esmu uzvarētājs. Потому что Бог сказал. Тāpēc, ka Dievs я победитель. Es esmu Потому uzvarētājs. Что Бог дал. Tāpēc, ka Dievs. Потому я имею. Потому что Бог со мной. Tāpēc, ka Dievs ir я ar mani. Я страшен для дьявола. Es esmu bais velnam. Не я его бай. Я Nē. Страшен для дьявола. Es viņam esmu. Это благая весть. Un tā ir labā vēsts. Не наоборот. Nevis otrādi. Наоборот, есть ложь. Otrādi tie ir meli. Аллилуйя. Сегодня я буду говорить немного о вере. Šodien es nedaudz runāšu par ticību. И я вам дам 7 шагов. Un es jums došu 7 soļus. Как ходить в силе Святого Духа. Kā staigāt Svētā gara spēkā. Не только церкви. Ne tikai draudzē. А везде всегда. Bet visur un vienmēr. 7 шагов. 7 soļi. Которые должны были исполнить апостолы. Kurus bija jāveic apustuļiem. Чтобы ходить в силе Святого Духа. Lai staigātu Svētā gara spēkā. И ты должен взять это все. Un tev tas viss ir jāpaņem. Вести свою жизнь. Un dzīvot savu dzīvi. И начинать жить по этому. Un dzīvot šādā veidā. Чтобы сила Божия. Lai Dieva spēks. Чтобы его слава. Lai viņa godība. Чтобы его присутствие. Lai viņa klātbūtne. Было видно всем людям в Латвии. Būtu redzamā visiem cilvēkiem Latvijā. Потому что, понимаете, наши Tāpēc, слова, saprotiet, их может vārdi, быть много, они могут быть красивые, daudz, skaisti, но если нет шины, если нет его присутствия, и, bet, ja nav viņa klātbūtnes, толку никакого. Tad jēgas nav nekādas. Если Бог не подтверждает свои слова Dievs neapstiprina чудесами и знамениями, ar zīmēm un brīnumiem, думаю, пустослове. Tad mēs esam ar, tukš, ar tukšiem vārdiem. Понимаете, это очень важно. Tas ir ļoti svarīgi. Его присутствие viņa klātbūtne решает все. Nosaka visu. Великий проповедник Джонатан Эдвардс, Джонатанс Эдвардс, слудинатас, который был полуслепым, aklas, который как следует не умел разговаривать, runāt, он читал только Библию, viņš lasīja tikai bībeli, стихи из Библии, pantus no bībeles, которые дал им Дух Святой, kurus deva viņam svētais gars. Он больше ничего не умел делать. Viņš vairāk neko citu nemācēja darīt. Мы многое умеем. Mēs, protam, daudz. Может, это наша беда? Varbūt tā ir mūsu bēda, bet viņš nemācēja neko Čital citu, Bibliju. Tikai lasīja Bībeli. И тут открылось его присутствие. Un tad atklājās viņa klātbūtne. Слепые получали исцеление. Aklie ieguva dziedināšanu. Глухие стали слышать. Kurlie sāka dzirdēt. Хромые ходили. Klibie sāka staigāt. Он читал только Библию. Bet viņš tikai lasīja Bībeli. Важное присутствие. Svarīga ir klātbūtne. И все. Un viss. И тогда дьявол бежит. Un tad velns bēg. И тогда мы возьмем город за городом. Un tad mēs ņemsim pilsētu pēc pilsētas. Страну за страной. Valsti pēc valsts. Тогда. Tad. Когда есть его присутствие. Kad ir viņa klātbūtne. Когда весь народ увидит. Kad visa tauta redzēs. Что он с нами. Ka viņš ir ar mums. Что люди это не могут. Ka cilvēki to nespēj. А это Бог. Bet tas ir Dievs. Который использует их. Kas izmanto viņus. Это очень важные 7 шагов. Tie ir ļoti svarīgi 7 soļi. Они очень просты. Tie ir ļoti vienkārši. Каждый из вас может это исполнить. Katrs no jums to var piepildīt. Но вы должны верить. Bet mums ir jātic. Что за этим стоит он. Ka aizstāv visa stāv viņš. Что он желает. Ka viņš vēlot. Чтобы тень Петра возвращалась в церковь. Lai Pētera ēna atgriežas draudzē. Он желает. Viņš vēlējās. Что твоя футболка стоила более 100 000 долларов, потому что он исцеляет больных и изгоняет бесов. Maksāt vairāk par 100 000, jo tas izdzen jaunos garus. Ведь Бог тот же. Jo Dievs ir tas pats.
вчера, сегодня и завтра. Šodien un rīt. Он желает Viņš это возвращать в церковь, в твою жизнь, tavā dzīvē, чтобы ты ходил в силе Святого lai Духа, tu staigātu svētā garā spēkā, чтобы в твоем сердце горел огонь Пятидесятницы, чтобы великая uguns, державная сила lai lielais spēks являлась, parādītos, что бы ты ни сказал, lai ko tu arī neteiktu, что бы ты ни делал, lai ko tu arī nedarītu, ради славы Его. Viņa godības dēļ. Я об этом буду говорить. Es runāšu par to. Я верю, что это будет являться великим благословением. Kad tas būs par lielu svētību. А также я расскажу некоторые истории, которые будут очень интересны для тебя. Tāpat es pastāstīšu arī dažus interesantus stāstus. Сначала слово, потом истории. Sākumā vārds, pēc tam stāsti. А потом мы будем молиться за тебя. Un pēc tam mēs lūksim. Бог использует меня по всему миру особым помазанием. Mani pa visu pasauli ar īpašu svaidījumu. Дух Святой открывает через меня. Svētais Gars caur mani atklāja. Дары благодати. Жалостības dāvanas. Их девять. Tās ir deviņas. Ну, вы знаете, это послание Коринфянам. Коринтиешiem И я возлагаю на тебя руки. Es uzlieku uz tevis rokas. И буду говорить. Un runāšu. По каких дарах? Ar kādām dāvanām? Он тебя использует. Viņš tevi izmanto. Или собирается еще использовать. Vai arī vēl gatavojas izmantot. Чтобы ты был готовым. Lai tu būtu gatavs. Чтобы ты был смелым. Lai tu būtu drosmīgs. Когда приходит слово. Tad, kad atnāks vārds. Когда придет Дух Святой. Kad atnāks Svētais Gars. Чтобы использовать тебя. Lai izmantotu tevi. Ради других. Citu dēļ. Ради распространения Евангелия. Lai izplatītu evaņģēliju. Чтобы явилась сила Божия. Lai parādītos Dieva spēks. Чтобы это не было новостью для тебя. Lai tas nebūtu tev jaunums. Чтобы ты не закрылась. Lai tu neaizvērtos. Потому что для каждого из вас есть труд. Tāpēc, ka katram no jums ir И мы все должны служить как следует. Un mums katram ir не только в церкви. Jākalpo kā vajag, ne tikai draudzē. А на улице. Bet arī ārpusē, на работе. Darbā, дома. Mājās. Неважно где. Nav svarīgi kur. Неважно где. Но сварыги, чтобы эта сила являлась везде. Lai šis spēks parādītos visur. Моей жизни это является. Manā dzīvē tas parādās. Потому что я хожу с Духом Святым ногу. Tāpēc, ka es eju kopā ar Svēto где Garu. Где бы это ни было. Lai kur tas būtu. Это его слава. Tā ir viņa slava. Это его любовь к людям. Tā ir viņa mīlestība pret cilvēkiem. Я сосуд. Es esmu trauks. Но послушный. Bet paklausīgs. Но святой. Svēts. Но чистый. Tīrs. Но золотой. Но золото. Я еще хочу больше пробы. Понимаете? Понимаете? Потому что Бог любит людей. Tāpēc, ka cilvēks mīl, Dievs mīl cilvēkus. Он хочет спасти всех. Viņš grib glābt visus. И об этом я буду говорить. Un par to es runāšu. Я уже скажу вам, что это будет так интересно. Tas būs tik interesanti. И ты никогда не будешь таким, как ты вошел в этот зал. Un tu nekad nebūsi tāds, kā tu iegāji šajā Потому, zālē. Потому что его сила, его слава меняют Tāpēc, человека. Ka viņa spēks un slava maina cilvēku. Откровение исправляет твой характер. Atklāsmes maina manu raksturu. Не желание, не читать то. Это nevis lasīšana, bet atklāsmes. Только ты получаешь откровение. Tikko tu saņem atklāsmes. Все. Viss. Ты изменен. Tu esi mainīts. Потому что тогда Дух оживляет Слово. Tāpēc, ka tad Gars atdzīvina vārdu. Дух оживляет Слово. Gars atdzīvina Иначе vārdu. Буква убивает. Citādi, Библия может убить любого из нас, Bībele если нет Духа. Библия может нокаут ikvienu no mums, ja nav gara. Это яд. А если придет Дух, придет жизнь. Bet ja atnāks Gars, atnāks dzīvība. Сколько мы читали Библии, Cik mēs из нас, многие, Bībeli, до того, как пришел Дух Святой. Pirms atnāca Svētais Gars. Да эта книга для нас ничего не стоила. Šī grāmata mums как пришел Дух Святой, он стал самым дорогим. Gars, tad tas palika par pašu svarīgāko. Почему? Потому что Дух Kāpēc? Открыл. Tāpēc, ka Gars atklāja. И это стало бы, о, Un tas kļuva, wow. Это я, это для меня. Это ты умер за меня. Tavu nomeri par mani. Да я же был ниже плинтуса. Es tak biju mazāks nekā jebkas. Слава тебе. Слава Tev. Когда я первый раз читал Библию. Kad es pirmo reizi lasīju Bībeli. Вы знаете? Ziniet? Я ничего особого не вычитал оттуда. Es neko īpašu neizlasīju. Я сказал громко. Es teicu skaļi. Какой же я дурак. Kāds es esmu muļķis. И все. Я все понял. Es visu sapratu. Что я был очень далеко. Ka es biju ļoti tālu. От всего этого. No visa tā. Но он приблизил меня. Bet viņš mani pietuvināja. Он не прошел мимо. Viņš nepagāja garām. Он не оставил. Un viņš neatstāja. Он поднял viņš меня. Pacēla. Omēl. Novazgāja. Поставил на ноги. Nolika uz kājām.
дал благословение. Deva svētības. И сказал: "Иди". Он teica: "Эй, беги". Skrien. Прославляй мою славу. Славе мою вару. Везде. Visur. Мы призваны для этого. Mēs tam esam aicināti. Чтобы быть сосудами славы. Lai būtu trauki viņa slavai. Я иду куда надо. Es eju, kur vajag. Не ради себя. Nevis sevis dēļ. Не ради того парня. Nevis kāda ради cilvēka, Бога, bet чтобы Dieva dēļ. Провозгласить его славу. Lai pasludinātu viņa это vārdu. Он меня спас. Viņš mani izglāba. Это он меня исцелил. Viņš mani dziedināja. Это он меня благословил. Viņš mani svētīja. И он любит тебя. Viņš mīl tevi. То же самое принадлежит тебе. Un tas pats piedara tev. Бери сегодня все. Ņem šodien visu. Он сегодня Бог, который исцеляет. Viņš šodien ir Dievs, kas dzīvo. Благословляет финансами. Svētī finansēm. Освобождает. Atbrīvo. Он тот же Бог. Viņš ir tas pats Dievs. Он никогда не меняется. Viņš nekad nemainās. Меняться надо нам. Mainīties ir jāmainās mums. И когда мы научимся доверять ему. Un kad mēs iemācīsimies viņam uzticēties. Мы получаем все благословения. Tad mēs saņemam visas svētības. И сегодня можем получить. Un šodien arī varam saņemt. Это твой день. Tā ir tava diena. Аминь. Амен. Аллилуйя. Я бы хотел передать слово пока моему сыну. Es pagaidām gribu dot vārdu savam dēlam. Un коротко. Viņš īsumā. Kompakti. Передаёт вам. Nodos jums. Что по сути значит прославлять Бога. Ko pēc būtības nozīmē slavēt Dievu. Это очень, ну, монументальные важные вещи. Tās ir pamata svarīgās lietas. И ты должен увидеть все эти пункты, Un да? Tev ir jāierauga visi šie своей punkti жизни. Savā dzīvē. Это должно стать естеством твоим. Tā ir jākļūst par tavu būtību. Во всякой ситуации. Jebkurā situācijā. Ибо воля совершенная для тебя, чтобы ты благодарил его всегда. Gribēt, lai tu viņu pateiktos viņam vienmēr. И за все. Un par visu. Что значит вера? Ko nozīmē ticība? Я благодарю также его, когда мне плохо. Es pateicos viņu tāpat, kad man ir slikti. Я благодарю его также точно. Un tieši tāpat es pateicos. Когда все супер. Kad man viss ir ļoti labi. Tā ir ticība. А в всех других аспектах это не вера. Visi pārējie aspekti tā nav ticība. Вы понимаете? Jūs saprotat? Это ты отпал. Tas nozīmē, tu esi atkritis. Потому что ты благодаришь его Tāpēc, за что-то. Viņu pateicies par kaut ko. Ну, не за его славу. Bet ne par viņa slavu. Кто он есть? Par to, kas viņš ir, par Golgātu. Понимаете, правильные вещи должны выдвигаться в нашей жизни. Pareizām lietām ir jāizvirzās mūsu dzīvē. Когда я научусь его благодарить всегда за Голгофу, viņam vienmēr pateikties par Golgātu. Да мне все равно, заболею я раком, есть у меня деньги. Vēzis, vai ir nauda. Относятся ли люди хорошо ко мне или нет? Мне все равно, потому что я научился благодарить его за Голгофу. Понимаете? Saprotiet. И эти какие-то мелкие мелочи не влияют на меня. Viņa neietekmē mani. Понимаете? Saprotiet. И мы не гонимы ветрами всякими. Un mēs neesam dzenājami. Господи, благодарю за Голгофу. Dievs, es pateicos Господи, par Голгофу. За es pateicos par Господи, благодарю за обновленный завет. Господи, благодарю, что мое имя записано в книге жизни. Ka mans vārds ir Ведь это главное. Ведь это остается. Tas ir galvenais, tas а есть деньги, нет деньги. Bet nauda, науда, это же уйдет все равно. Tas ir vienalga. Господи, благодарю тебя. Dievs, es tev pateicos. Что ты называешь меня своими, ka tu sauc mani, по имени. Господи, vārdā. Слава тебе. Слава Тебе. Ведь это главное. Jo tas ir galvenais. Да, остальные приятные такие Jā, бонусы, да. Pārējās ir labi бонусы. Но слава Тебе. Bet ты царь царей. Tev, jo tu esi ķēniņa Господь всех господствующий. Я поклоняюсь es Тебе. Es пielūdzu Tevi. Сегодня мой день. Šodien ir mana потому diena. Что ты любишь меня. Jo tu mani mīli. Ты знал этот день вперед. Tu zināji šo dienu uz priekšu. Ты здесь. Un tu esi šeit. Представляешь? Iedomājies. Если бы тут были бы камеры всего мира. Я шейд буду висис камеры, всех но висис крупных, крупных телевизионных компаний. Висел лило каналу камеры. И вот снимают наше богослужение, un прямой эфир идет. Он тешая этера, это будет. Мы же вели себя по-другому, правда? Мы стать вас ту себе савадак, вай не? Потому что, ну, все видят. Йо виси так рад. А ведь вся небо снимает сейчас. Bet šobrīd tā visas debesis filmē tevi. От этого зависит. Un no tā ir atkarīgs. Получишь ты свое или нет. Saņemsi to, ko vēlies vai nē. Они всегда снимали. Tās vienmēr ir filmējušas. До нас, поколение, века, они просто не знали, что камеры существуют. А там уже давно это Tas все было. Arī bijis pirms tam, vienkārši tie cilvēki nezināja. И когда мы выйдем, камера снимает. Un kad mēs iziesim, tad šīs kameras filmēs. И когда ложимся, камера снимает. Un kad mēs ejam gulēt, tad mūs filmē. Боже, дай нам быть героями настоящими. Dod mums būt par īstiem varoņiem. Чтобы мы всегда благодарили тебя. Lai mēs vienmēr tev pateiktos. Как святой Павел всегда благодарил. Kā Pāvils vienmēr pateicās. Какие бы трудности, какие трудности. Lai arī kādas grūtības. Богу благодарю. Es pateicos Dievam. Давай, выходи и расскажи. Nāc un pastāsti.
Шалом, я вас приветствую. Es jūs sveicinu, шалом. Перед тем, как начинать говорить об основной части, расскажу вам о предыстории того, почему вообще я вдруг рассказывать начал всем об этих семи пунктах, тоже семь, как видите. Es jums pastāstīšu, kādēļ es to stāstu, kāpēc es visu to tagad stāstu par šiem septiņiem punktiem. То есть благословение уже где-то рядом. Осталось последнюю семерку получить. Святības ir jau kaut kur tu atlicis tikai pēdējos septiņnieks. Вот. Dabūt. Мы говорили просто где-то, ну, я думаю, 3 недели, может быть, 4 назад. Varbūt 3-4 nedēļas atpakaļ mēs runājām. С пастором Алексеем. Ar mācītāju Aleksēju. Lidjaevam, да, Lidjaevu, в Риге. Мы говорили о том, что на самом деле является христианская религия, да? Mēs runājām par to, kas ir kristiešu reliģija. Вообще имеем мы право говорить, что такое христианская религия вообще существует? Tiesības teikt, ka tāda eksistē? Или нет? Вот. И как бы Ну, я не буду сейчас об этом говорить, потому что это еще нерунашу, часовая лекция, так сказать, о том, что есть правда, что есть ложь. Я задумался о такой вещи. Es domāju par tādu lietu. Как-то давно я слушал один из крусейдов Бенихина. Kādu laiku atpakaļ es klausījos Бенихина крусейду. Я чуть в сторону уведу, но вы сейчас поймете все прекрасно. Paiešu nos no tēmas, bet jūs visi sapratīsiet. И он сказал такую вещь. Un viņš teica tādu lietu. Он говорит, что если ты в машине, Viņš teica, ja tu esi mašīnā, очень долгое время не меняешь масло, un ja tu ļoti ilgi nemaini eļļu, то маленькая деталь в двигателе сломается, tad maza detaļa dzinējā sabojāsies, и убьет весь мотор. Un nogalinās visu motoru. И для того, чтобы машина не сломалась, un lai šī mašīna nesalūstu, ты должен обновлять масло. Tev ir jāatjauno šī eļļa. Перенесем это теперь на нашу жизнь. Un tagad pārcilsim to uz mūsu dzīvi. Если мы не обновим масло в своей жизни, ja mēs neatjaunosim eļļu savā dzīvē, если мы не обновим Духа Святого, ja mēs neatjaunosim Svēto Garu savā dzīvē, если мы не откроем свои уши, ja mēs neatvērsim savas ausis, то мы превратимся в ту религию, о которой мы рассуждали с пастором Алексеем. Tad mēs pārvērtīsimies par to reliģiju, ar ko mēs runājam ar mācītāju Aleksēju. Так вот, чтобы этого не произошло. Un tātad, lai tas nenotiktu. Я, честно вам скажу, не я открыл. Я пока еще не библейский исследователь. Es pagaidām neesmu Bībeles pētnieks, to es neatklāju. Только читаю. Tikai lasu. По праздникам, назовем это так. Var teikt, par svētkiem tā var nosaukt. Потому что каждый день праздник должен быть в жизни. Jo katrai dienai jābūt kā svētkiem dzīvē. Я нашел 7 путей прославления Господа. Es atradu septiņus ceļus, kā slavēt Dievu. Все очень просто. Viss ir ļoti vienkārši. Царь Давид еще 3000 лет назад. Ķēniņš Dāvids vēl 3000 gadus atpakaļ. Делал это. Darīja to. Библейские историки записали и сказали, как надо делать. Un Bībeles rakstnieki pierakstīja to un pateica, kā jādara. Un начнем с первого пункта. Sāksim ar pirmo punktu. Первый пункт называется «Тода». Просто первый пункт скажи. Vienkārši pirmais punkts. Туда. На иврите это значит спасибо. Tas nozīmē paldies. Да, туда раба большое спасибо. Liels paldies. Что говорит этот пункт сам в себе? Ko tas runā pēc būtības? Даже если все в жизни плохо. Pat ja viss dzīvē ir slikti. Скажи Богу спасибо. Pasaki Dievam paldies. Потому что в этом и заключается главный принцип Божьей веры. Tāpēc, ka tas ir galvenais princips Dieva ticībai. Что не все в жизни должно будет быть хорошо. Ka ne visam dzīvē ir jābūt labi. Но этим тебя Господь проверит. Un ar to Dievs tevi pārbaudīs. Он придет и посмотрит, какой ты. Viņš atnāks un paskatīsies, kāds tu esi. Если ты можешь ему сказать спасибо, un ja tu viņam vari pateikt paldies, он сделает все хорошо и благословит тебя еще. Viņš visu izdarīs labi un svētīs tevi. Собственно, этим и занимался царь Давид в храме. Ar to arī nodarbojas ķēniņš Dāvids templī. Сирийцы нападают, неважно, там сирийцы денег uzbruk, нет. Nav svarīgi, nav naudas. Он говорил, спасибо, брал меч и их убивал. Все. Paldies, ņēma zobenu un gāja viņus nogalināt. Все очень просто tas было bija в его vienkārši жизни. Viņa dzīvē. И подтверждение, чтобы un далеко не ходить, Псалом 50, стих 23. Вот, мы 23. Потом себе запишите, прочитайте, чтобы, ну, чтобы мои слова не были для вас голословны. Lai, то есть, ну, mani vārdi tiktu apstiprināti. Библия подтверждает. Ну, Библия апстиприна. Своего ничего. No sevis nekā. Второй пункт называется Otrais еда. Punkts. Да, просто второй пункт. Еда. Это в переводе с иврита означает nozīmē no ivrita. Рука. Рука. Что мы делаем прославление? Ко мы сдарам славяшина? Мы машем руками. Мы сплевинам рукам. Мы хлопаем. Мы аплодеем. Это самое главное, то что делал тоже. То что делал царь Давид, он же когда то там arī, ходил arī в храме, то он же хлопал. Templi, Опять же, подтверждение для вас. 42-й псалом, стих 5. Трещай псалом, который? 42-й, стих 5. 5-й псалом. Вот.
Мы едем дальше. Braucam tālāk. Важный пункт. Svarīgs punkts. Он называется третий пункт, он называется Барух. Trešais punkts. В переводе он означает святой или благословенный. Un tas nozīmē svētīts. Это тот момент, который, например, вы могли уже сегодня в начале собрания наблюдать. То jūs varējāt jau redzēt sanāksmes sākumā. Это когда в момент того, когда ты прославляешь Господа. Tas ir tajā brīdī, kad tu slavē to kungu. На тебя сходит Святой Дух. Uz tevi nonāk svētais gars. И он начинает тебя вести в разных направлениях. Viņš sāk tevi vest dažādos virzienos. А может просто с тобой начинает разговаривать. Bet varbūt vienkārši sāk runāt ar tevi. Это очень важно в прославлении, потому Tas что ir ļoti svarīgi pielūgsmē. Момент, когда ты прославляешь Господа, когда ты, ну, обращаешься, молишься Kad к нему. Kad tu vērsies, lūdzu, un slavē viņu. Он тихонечко будет тебе говорить. Tad viņš lēnītiņām sāks tev runāt. Ведь согласитесь, вы никогда не послушаете, и никогда вот если обратите внимание на свою жизнь, вы Ja pievērsīsiet uzmanību savai dzīvei, tad jūs nekad Вы обращаете внимание, что всегда тот человек, который мог тихо, спокойно тебе что-то сказать, а не, вы знаете, так ярко, броско. Tad tas cilvēks, kurš jums mierīgi var kaut ko pateikt, nevis tā spilgti. У него могла быть своя правда. То есть, ну как бы эта правда, ну, она обычно всегда гуляет вместе с тобой. Tad sava taisnība vienmēr staigā kopā ar tevi. Я вчера этот пример рассказывал, я и тут его приведу. Šo piemēru. Ну, поскольку я как бы как отец не жил такой жизнью бандитской, да, к сожалению, или к счастью. Par laimi, kā tēvs tāda bandīta dzīve. Я все-таки как-то по-другому знакомлюсь с Богом в этом смысле. Es kaut kā savādāk iepazīstu Dievu šajā ziņā. И познаю его. Я познаю его таким путем, что... Es iepazīstu Dievu tādā ceļā. У меня была машина. Man bija mašīna. Отцовская машина, но была моя. Mašīna, bet mana. Вот. И пришло время как бы от нее избавиться, Un продавать. Un pienāca laiks tikt no viņas vaļā pārdot. И тут как бы нам сказали, что вот мы хотели бы обменять бы машину, да, вот на вашу. Un tad man piedāvāja apmainīt šo mašīnu. Я подумал, что, во, es... как классно там. Tā padomāju, vai cik labi. Ну, сейчас пойду, возьму там. Tagad iešu. Еще буду хвастаться перед всей семьей, смотрите, лопухов развел, да. Вот. И как бы сел еще на старой машине поехать в магазин вместе со своей младшей сестрой. Он aizbraucu ar jaunāko māsu uz veikalu vēl ar šo veco mašīnu. Ну, сестра мне так говорит, ты знаешь, Māsa saka tā. А мне кажется, тебя ждет неудача с этой машиной, если ты ее возьмешь. Un viņa saka tā, man liekas, ka tev būs neveiksme, ja tu paņemsi šo mašīnu. Когда ты не водим Духом Святым, у тебя гордость пропирает. Un kad tu neesi Svētā Garā vadīts, tad tev lien ārā latnums. Ну ты че? Ну как бы? Un es teicu, ну ko? Я же знаю, я же видел фотографии, я же понимаю, что я же не дурак, понимаете, да? Es tak neesmu muļķis. А сестра там, ну что, 12 лет, что она понимает в машинах, да? Я тут несколько лет уже этим, ну там, занимаюсь. Вот. К чему я веду? Un pie kā es vedu? Дух Святой никогда не придет к тебе с огромным баннером. Svētais Gars nekad pie tevis neatnāks ar lielu banneru un neteiks. И не скажет тебе, ты дурак. Tu esi muļķis. Он тебе потом покажет. Viņš tev pēc tam parādīs. Чтобы у тебя был повод раскаяться. Lai tev būtu iemesls nožēlot. Потому что это же ведь тоже проверка Божья. Tāpēc, ka tas arī Dieva pārbaudījums. Ну, как бы ожесточилось твое сердце к Богу или vai нет? Vai tava sirds ir nocietinājusies pret Dievu vai nē? Даже по собственной глупости. Pat даже по собственной глупости. Sava paša muļķības. Ведь не всегда как бы человек понимает, что это было Божье, а это было мое, как бы, jo да? Nevienmēr, не делает разделения. Cilvēks atdala un saprot, kas bija no Dieva, kas bija viņa paša. И для этого существует Дух Святой. Un priekš tam eksistē Svētais Gars. Это подарок, которого нет ни у кого, ни у одной религии. Tā ir dāvana, kuras nav nevienai citai reliģijai vairāk. То есть иудаизм, да, она говорит, Judaism. Есть Руах Акодеш. Runā. Руах Акодеш. Ну, святой ветер в переводе с иврита. Svētais vējš no иврита. Но они его утеряли, понимаете? Bet viņi to ir pazaudējuši. Потому что в свое время отвергли Иисуса. Tāpēc, ka savā laikā ir atraidījuši Jēzu. И поэтому мы, как последователи Иисуса, Un tāpēc mēs, kā Jēzus sekotāji, мы его забрали себе. Mēs to esam paņēmuši sev. Только теперь самое главное, не потерять его в конце концов. Tikai tagad svarīgākais beigās to nepazaudēt. И опять же, подтверждение. Un atkal apstiprinājums. 95. Psalm. 96. Psalms. 6. Stih. 6. Pants. И также Псалом 103 полностью. Tāpat tās 104. Psalms. Здесь говорится о величии Господа. Tur iet runa par Dieva и о его святости. Varenību un viņa svētību. Вот. Svētumu. Номер 4. 4. Punkts.
Ну, машина, понятное дело, потом выяснилась полная дрянь оказалась. Но beigās izrādījās, protams, ka tas mašīna bija galīgi garā. Ну, понятное дело, что Господь позволил и это уладить, да? Skaidrs, Dievs pieļāva arī to visu nokārtot. Он позволил нам избавиться так же легко, как и получили. Viņš atļāva tikpat viegli no tās tikt vaļā, kā dabūja. Но это был момент испытания для меня лично, потому что Bet tas bija mans personīgais pārbaudījums. Это говорит о том, что никогда нельзя в жизни очень быстро торопиться. Jo tas runā par to, nekad dzīvē pārāk nesteidzies. Нужно быть быстрым. Да. Vajag būt ātram. Потому что если Господь тебе сказал, ты не сказал, ты проиграл. Well, ja Dievs ir pateicis, Но торопиться никогда нельзя. Bet nedrīkst pārsteigties. Ведь как мы знаем же историю царя Давида. Kā mēs zinām ķēniņa Dāvida stāstā. Сауль поторопился. Viņš pasteidzās. И потерял в результате все. Un beigās pazaudēja visu. А если бы он бы чуть-чуть бы подождал. Bet ja nedaudz pagaidītu. Ведь библейские историки говорят, он пришел через 15 минут после того, как он совершил жертвоприношение. Jo viņš atnāca par 15 minūtēm vēlāk, nekā viņš jau pienesa upuri. Ну разве это не ирония жизни? Vai tā nav dzīves ironija? Когда ты вроде бы и сделал все правильно. Kad it kā visu izdarīji pareizi. Но без первосвященника, который сказал, жди. Bet bez pirmspriestera, kurš teica, gaidi. Вот, а мы едем дальше, номер 4. Un mēs braucam tālāk, 4. Punkts. Он называется шабак. Номер 4. Это в переводе означает крик. Un tas nozīmē sauciens, kliedziens. Это прославление. Tā ir slavēšana. Которая, ну, скажем так, его переводят как бы английские библейские исследователи. Англи Библия спетники то толко. Это прославление Богу. Tā ir Dieva slavēšana. До того момента, как пришел тебе ответ в жизни. Līdz tam brīdim, kad tev ir atnākusi atbilde dzīvē. То есть ты говоришь Богу спасибо за то, Tu Dievam saki paldies, что еще не произошло. Par to, kas vēl nav noticis. Ответ в пути. Bet es zinu, ka atbilde jau ir ceļā. А также здесь говорится о том, Tāpat turiet runa par to, что ценится очень сильно, ka ļoti stipri tiek vērtēts, твое личное свидетельство. Tava personīgā liecība. Как мы все знаем, мы не все с вами тут одаренные люди. Kā mēs zinām, ne visi mēs esam apdāvināti cilvēki. Kamuta pavizlo, kto-то играет на инструментах, я, например, не играю. Kā tam pavēcās, kāds spēlē uz instrumentu, Только es, piemēram, на нервах родителей. Tikai uz vecāku nerviem. Вот. Но Библия говорит о том, то, что у вас всегда есть хотя бы один талант. Kā jums ir vienmēr vismaz viens talants. Этот талант заключается в том, Un tas talants ir tajā, что ты ходячее живое свидетельство. Ka tu esi dzīva, staigājoša liecība. У каждого из нас разная жизнь. Katram no mums ir dažādas dzīves. И каждый по-своему, служит Господу. Un katrs dažādi kalpo Dievam. И вот твое личное свидетельство, оно всегда есть как бы, ну, Есть прославление Господу. Un tava personīgā liecība vienmēr ir slava Dievam. Потому что ты тем самым говоришь о том, что Бог сделал в твоей жизни чудо. Jo tu saki, ka Dievs ir izdarījis tavā dzīvē brīnumu. Опять же, подтверждение 63-й псалом. Apstiprinājums 64. Psalms. С 3 по 4 стих. No 3. Līdz 4. Pantam. Дальше идет пункт под названием Замар. Nākamais punkts, 5. 5. Пункт, да. Он говорит о самом интересном. Tas runā par pašu interesantāko. Для многих. Daudziem. Это инструменты, игра на инструментах. Tā ir spēle uz instrumentiem. Потому что, как мы знаем, Давид играл на арфе. Jo, kā mēs zinām, Dāvids spēlēja arfu. Собственно, и Библия призывает тебя играть на инструментах. Можешь, играй, не можешь, пой. Tevi aicina spēlēt uz instrumentiem. Ja nevari spēlēt instrumentu, tad dziedi. А если не можешь петь, ну, хоть похлопай. Ну, ja nevari dziedāt, tad vismaz aplaudē. Кричи, говори спасибо. Все предусмотрено. Viss ir paredzēts. Да. Опять же, Псалом 150 подтверждает тот факт, 151. Псалмс апстеприна. Что Давид играл на арфе, понятно, там на трубах, ударные, все должно быть, все. Тут все есть, тут все в порядке с этим. Tev viss ir kārtībā. Вот, номер 6 пункт. Sastais punkts. Это номер под названием Халель. Он, скажем так, перевода точного не знаю, всего того, что не весь иврит знаю. Es nezinu visu ivritu. Но расшифровывается он таким образом. Bet atšifrējas sakojoši. Как бы сильно кто-то не хотел, говорил, не умею, надо танцевать. It kā kāds ļoti saka nemāk, bet jādejo. Ведь Давид танцевал в храме. Jo Dāvids dejoja templī. Дух Святой снисходил. Svētais Gars nonāca. Он танцевал. Un viņš dejoja. Не было Духа Святого, все равно танцевал. Nebija Svētā Gara, bet viņš tāpat dejoja. Тут другого варианта нет. Te cita varianta nav. Ну и последний пункт, Un pēdējais punkts, 7. Он называется Техила. И он говорит о том, Tas runā par to, что Все, что было выше перечисленного, kad viss tas, kas bija iepriekš pateikts, это и есть в априори прославление Бога. Tas
arī. Ну это есть в общем прославление Бога. Tas arī viss kopumā ir Dieva slavēšana. То есть всё то, что было перечислено. Viss tas, kas bija iepriekš teikts. Собственно, так и надо прославлять Господа. Tieši tā arī ir Dievs jāpielūdz. То есть эти шесть пунктов, они подводят к седьмому. Šie seši punkti novad līdz septītajam. А седьмой является основой прославления Господа. Un septītais ir Dieva slavēšanas pamatā. Опять же, Псалом 22, стих 3. 23 псалмс 3 панс. И Псалом 33, стих 34, 1 панс. Все это говорит о том, Viss runā par to, как надо прославлять Господа. Kā ir jāslavē Dievs. Собственно, вот они 7 пунктов. Tie ir 7 пункти. Запомните. Iegaumējiet. Кто хочет, запишите. Kas grib pierakstiet. И не забывайте. Un neaizmirstiet. И не забывайте так делать в своей жизни. Un neaizmirstiet tā darīt savā dzīvē. Потому что тем самым, как я говорил в начале, Jo, kā es teicu sākumā, вы обновили свое масло. Jūs esat atjaunojuši savu eļu. И вы великие люди, поскольку вам открыта истина. Jo jūs esat lieli cilvēki, jo jums ir atklāta patiesība. Верующие, неверующие, а слепой верующий тоже существует. Ir ticīgs, neticīgs, bet eksistē arī akls ticīgais. И порой это даже страшнее, чем неверующий. Un brīžiem tas ir vēl trakāk nekā neticīgais. Будьте благословенны. Esiet svētīti. Amen, slava Богу. Слава Dievам. Поэтому будем прославлять всегда его. Tāpēc vienmēr viņu slavēsim. Он достоин славы всей. Jo viņš ir cienīgs visas slavas. И очень важный момент. Un ļoti svarīgs moments. Все ваши молитвенные ответы, одобрённые одобренные небом, они пути. Лукшинас, кас ир акцептатас дебесис, тас И от вашего благодарения. Un no jūsu pateicības. Прославление. Slavēšanas. Бога. Dieva slavēšanas. Зависит скорость. Ir atkarīgs ātrums. Доставки. Cik ātri tiks piegādāts. Если тебе надо быстрее. Ja tev vajag ātrāk. Ну я не знаю, если у тебя есть время, ладно. Ja tev ir laiks, labi. Смотри. Skaties. А если тебе надо что-то Срочно. Bet ja tev kaut kas vai ļoti steidzīgi. Начни благодарить его. Tad sāc pateikties. У меня есть хорошая проповедь, потом есть диски. Man ir laba svētruna, ir diski. А это есть потерянное благодарение. Tā ir pazaudēta pateicība. Я даю тебе задание. Es tev dodu uzdevumu. Когда ты сегодня выйдешь из этого зала. Iziesi no šīs zāles. Посмотри. Paskaties. Что ты потеряешь, во-первых? Ko tu pazaudēsi pirmām kārtām? Дьяволу не нужны твои деньги. Вэлнам невек тау науду. Не твоя семья. Не тава гимена. Не нужно ему твой дом. Виньям невек тау маю. Твои друзья. Тавус драугус. Ему нужно одно. Виньям вайдзикс винц. Украсть твое благодарение. Нозак тау патайцию. Почему? Капец. Потому что если жертвы. Тапец ка юпури. Нет на жертвеннике. Порис на уз алтара. То нет причины. Tad nav iemesla, чтобы зашел бы огонь с неба. Lai nonāktu uguns no debesīm. Нет огня. Nav uguns. Твоей жизни нет силы. Tavā dzīvē nav spēka. Только после этого, когда Илья. Tikai pēc tam, kad Elija. И весь народ они приносили жертву. Un visa tauta atnesa upurus. Потому что весь народ поклонялся идолам. Jo visa tauta pielūdz elkus. Я верю, многие честные люди сделали все, как и вы. Un es ticu, ka daudz cilvēki izdarīja visu tāpat tā kā jūs. Чтобы христианская церковь сегодня не была таким. Lai kristiešu draudzes nebūtu šodien. Каким она является? Вы согласны? Kādai jābūt? Но не получается. Bet nesanāk. Но когда была жертва? Bet kad bija upuris? Когда зашел огонь? Kad nonāca uguns? Огонь должен быть в твоей жизни. Ugunī jābūt tavā dzīvē. Когда зашел огонь? Kad nonāca uguns? Вдруг. Pēkšņi. Ничего не изменилось в обществе. Nekas sabiedrībā nemainījās. Вдруг. Pēkšņi. Пророк Илья? Pravietis Elija. Заполучил власть. Ieguva varu. Убивать. Nogalināt. Лично. Personīgi. 400 пророков Баловых. 4 Бала. Никакая провешус. Политическая система не изменилась в обществе. Ничего. Nekāda politiskā sistēma sabiedrībā Тот же президент, nemainies. Тот же премьер, тот же парламент. Tas pats premjers, tas pats parlaments. Но вдруг. Bet pēkšņi. Пришла свобода. Atnāca brīvība. Благодарение. Pateicība. Следите. Sekojiet. Первое, что он украдет, это благодарение. Pirmais, ko viņš nozaks, ir pateicība. Когда ты неблагодарный, kad tu esi nepateicīgs, уходит огонь. Aiziet uguns. Первая любовь. Pirmā mīlestība. И вера. Un ticība. Следите за этим. Sekojiet. Это реально, это ты можешь испытать. Tā ir realitāte, to pārbaudīt katru dienu. Первое, что он украдет, Pirmais, ko разными viņš nozaks, путями. Ar dažādiem Разные veidiem. Мысли, человек Domas, посмотрел этого, cilvēks нет. Paskatījās. Первое. Pirmkārt. Это благодарение Господу. Tā ir pateicība Dievam. И потом ты вспоминаешь, то ли в среду, то ли в воскресенье. Ой, да, слава тебе, Господи. Ах, я, слава тебе, кунгс. Ой, ответ пришел, слава тебе. Отбилде отнаца, слава тебе.
Она должна все время гореть в твоем сердце. Угней весь лайк, я так тебя сердце. Благодарю тебя, благодарю тебя. Господи, славлю тебя. Славею тебе. Аллилуйя. Всегда огонь. Vienmēr uguns. Всегда победа. Vienmēr uzvara. Всегда вера. Vienmēr ticība. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Следите за этим. Проверяйте себя сегодня. Посмотрите, дойдете до остановки или дойдете до следующего дома. Я вам гарантирую, что вы увидите, если вы хотите. Благодарения нет. Благодарного сердца нет. Ведь все совершено. Ничего не надо совершать. Поэтому и благодарение. Еще. Молитва не является никогда знамением веры. Nekad nav par zīmi ticībai. Запомните на всю жизнь. Молитва Lūkšana. Это всегда знамение недостатка. Tas nozīmē, ka vienmēr no, tā ir par zīmi nepietiekamībai, jo dod lūdzu. То есть есть недостаток. Tā tad ir trūkums. А благодарение Bet pateicība. Есть всегда знаком вашей веры. Vienmēr ir par zīmi jūsu ticībai, vai tu esi ar mani? Эти элементарные мелочи, которые он украл у тебя, поэтому ты не горишь, поэтому ты не проповедуешь. Tāpēc tu nesludini. Понимаете? Saproti. Запомните, благодарение это всегда знак, знамение твоей веры. Tas vienmēr ir par zīmi tavai ticībai. Потому что ты знаешь, что он любит тебя. Jo tu zini, ka viņš tevi mīl. Потому что он знает, ты знаешь, что он защитит tu тебя. Zini, ka viņš tevi pasargās. Что он обязательно даст. Ka viņš vienmēr iedos. Ответ, пути, Atbildes дороги. Ir ceļā. Ты ждешь. Un tu gaidi. А как ты ждешь? Bet kā tu gaidi? Радостно, правда. Елей, аллилуйя. Господи, я исцелен, благодарю тебя, ответ Pateicos, дороги. Esmu dziedināts. Господи, день, ответ дороги, слава тебе. Слава тебе. Я помню, когда я был es молодым, atceros, jauns, и когда я с какой-то девочкой договорился, чтобы он, она пришла. Meitene, oh, Боже мой, что я там свечки зажег? Свечки. Я же все приготовлял. Ну, я так понимал, что так надо. Saprat, ka tā vajag. Понимаете? Я же не пришел не бритым. Там, так неатнацу, нескувес тацу. Ну, понимаете, я ждал. Es gaidīju. А вы чего ждете? Bet jūs ko gaidat? Или ничего не ждете? Vai neko negaidat? Ждем же что-то. Gaidam Господи, tevi kaut ko. Господи, тебя ждем. Dievs, tevi gaidam. Аминь. Итак, Евреям 11.1. Ebrejiem 11.1. О вере, потом у семи пунктов, ticību, и потом пошли истории, пунктам, которые поднимают тебя. Kas pacels tevi. Евреям, вера же есть. Ticība ir. Осуществление ожидаемого. Iepildīt gaidāmo. И уверенность. Un pārliecība. Чём? Они видят. Par neredzamām lietām. На чём с конца? Чём ты уверен? Par ko tu esi pārliecināts? Или должен быть? Vai arī vajadzētu būt? Если ты верующий. Ja tu esi ticīgais. Что у меня есть Бог. Ka man ir Dievs. Который есть Всевышний. Kurš ir visu augstākais? Elion. Visvarenais. У меня есть Бог, Man ir Dievs, который есть всемогущий. Эль Шадай. У меня есть Man ir Бог, который более чем достаточный. Vairāk nekā pietiekams. У меня есть Бог, Man ir Dievs, Элохим, который сотворил все. Kas ir radījis visu. Я уверен в этом. Un es esmu tajā пārliecināts. Это ведь надо тренировать как таблицу умножения. Ziniet, tas ir jātrenē kā reizrēķins. Халяма тут не проходит. Tā vienkārši Я помню, цел. Когда нам задали первый раз в школе эту таблицу умножения. Es atceros pirmo reizi, kad Больше skolā... ничего не помню. Вот это помню. Uzdeva reizrēķinu, to es atceros. Как мы его зубрили? Kā mēs to zubrījām? Как трудно было 7 на 8, 8 на 7, 6 на 9, 2 и 2, ну, там проблем не было. 2x2 nebija problēma. Но в конце концов, сегодня ты можешь считать с головы beigās tu vari без проблем. Без проблем. То есть нам надо зазубрить это. Он не Всевышний, он не Всесильный, он не Всемогущий. Зазубри это. Иезубри то сел. Каждый день. Вот ты вышел туда. И туда посмотри. Он всесильный. Халлелуйя. Благодарю тебя, Господи. Es tev pateicos, Dievs. Понимаете, это реально действует. Tas reāli darbojas. От этого зависит, как твой мотор будет работать. No tā ir atkarīgs, kā strādās tavs motors. Или не будет работать, или будет работать. Vai strādās. Или ты будешь ходить в силе Святого Духа, или ты не будешь ходить. Спека, Кто-то что-то сказал. Кто-то скатался, он
знает все. Bet viņš zina visu. Он со мной. Viņš ir ar mani. Он творец, он сотворил этого, viņš этого и еще дьявола. То он вел волну. И что он может? Un ko viņš var? Уверенность невидимом. Пārliecība neredzamajā. Теперь второе. Tagad otrais. И чего ты ожидаешь? Un ko tu gaidi? Вот он вопрос. Чего ты ожидаешь? Ko tu sagaidi? Смотрите. Skatieties. Не от Всевышнего? Nevis no не от всесильного? Visvarana, nevis не от более чем достаточного? Nevis no tā, ka vairāk nekā pietiekams. От любящего отца. Bet no mīlošā tēva. Чего ты ожидаешь? Ko tu sagaidi? Тебе надо исцеление, чего ты ожидаешь? Тебе вак дзиедināšanu, ko tu sagaidi? Еще пару болезней. Vēl kādu slimību. Тебе надо деньги, чего ты ожидаешь? Тебе вак наоду, ko tu sagaidi? Деньги. Наоду. Ибо Яков святой jo, говорит, teica, братья, не обманывайтесь, брали, всякий добрый дар приходит от любящего Отца света, no и в этом no нет ни тени перемены. Ēnes, no Господи, благодарю Dios, Тебя. Tev, чего я ожидаю? Да исцеление. Да нет Тебе ни в тени перемены. Измени. О чем я уверен? Kur es esmu pārliecināts, ka tu esi visu varens. Kto может остановить тебя? Kas tevi var apstādināt? Ja. Es. Только я. Tikai es. Если я не уверен. Ja es neesmu pārliecināts. Согласны? Vai piekrīti? Теперь тот же Яков. Tagad tas pats Jākabs. Сводный брат, да, по-русски, по-моему. Да? Иисуса Христа же, да? Да? Он же говорит. Пусть если браус. Человек похож... Если... Ja cilvēks ir līdzīgs на того, кто сомневается, uz to, kas šaubās, то да не надеется этот человек, tad lai necer šis cilvēks чего-то получить, kaut ko saņemt, вообще, vispār, очень внимательно, ļoti uzmanīgi, от любящего отца, no mīlošā tēva, вот закон, tas ir likums, он тебя любит, viņš tevi но если ты сомневаешься, bet ja tu šaubies, tad nekā. Вы понимаете, о чем я говорю? Сопротивляет, про кое-что. Это есть вера. Чего ты сегодня ожидаешь? Вот это написано сегодня на твоем лице. Та сегодня ракстит става сея. И это спрятать невозможно. То на весь поем снослайп. Потому что вся небо снимает. Я весь из дебеси с фильмы. Господи. Диос. Прости. Пьедон. Какая вера? Када ты цим? Да хожу тут. Стайгайте. Понимаете? Сопротивляет. Вы понимаете, о чем я говорю? Vai saprotiet, par ko благодарю runāju? Тебя. Pateicos tev. Ты любишь. Tu mīli. Ответы уже в пути. Atbildes jau ir ceļā. Слава тебе. Слава tev. Слышал, дьявол, я славлю отца своего. Es slavēju savu tēvu. Ты поражен. Tu esi zaudējis. Скоро придет ангел с большими кандалами и свяжет тебя. Un atnāks liels eņģelis ar ravāšām. Слава тебе, Господи. Paldies Ты tev. Ты сделал меня народом. Tu esi darījis mani par народом. Я лев из колена Юдина. Es esmu lauva no Jūdas cilts. Когда мне было 3 года, kad man bija 3 gadi, папа оставил семью, tēvs atstāja ģimeni, мама работала официанткой, мама strādāja par viesmīli, и я попал на улицу, un es nokļuvu uz ielas, я сдружился с цыганами, es sadraudzējos ar они čikāniem, научили меня драться и воровать, viņi man iemācīja kauties, я преуспевал, un man labi izdevās, потому что, знаете, все новое, все хорошее, ну, мне казалось тогда, tad man likās viss labs, jauns. Надо же осваивать. Vajag tā kā iemācīties. Кушать надо. Ēst vajag. Жить надо. Dzīvot vajag. И действовали. Un darījām. Вот, вот. И я же, по сути, не умел читать, писать. Es pēc būtības neko nemācēju, nerakstīju. Потом я попал в тюрьму и, tad es nokļuvu cietumā. И пошло. Un sākās. Вы понимаете, о чем я говорю? Saprotiet, par ko es runāju. Но Бог не пошел мимо. Bet Dievs nepagāja garām. Он любит. Вот я всегда святым, когда они ноют, я напоминаю. Es vienmēr atgādinu. Ну, по своей жизни. Pēc savas dzīves. Вспомни. Atceries. Каким ты был. Kāds tu biji. Когда ты покаялся. Kad tu nožēloji grēkus. Когда Бог прикасался. Kad Dievs tev pieskārās. Когда он призвал. Kad viņš aicināja. Ну, ты же на сегодня намного лучше. Tu так šodien esi daudz labāks. А что ты думаешь, что он сегодня не ответит, если он тогда ответил? Ja viņš tad varēja atbildēt, kāpēc šodien neatbildēs? Ты же вообще негодный был. Tad tu biji nederīgs. Так чего плакать? Tad ko raudāt tagad? Значит, украдено твои благословения. Tā tad vai nozagtas ir tavas svētības? Kā viņš nozaga? Благодарение. Viņš nozaga pateicību. Понимаете? Благодарение было украдено. Bija nozagta. Понимание. Sapratne. Что он любит меня. Ka viņš mani mīl. Любит тебя. Mīl tevi. И вот, когда я тогда ходил, ну,
по улицам. Un tad, kad es tajā laikā staigāju pa ielām. Я был очень голодным. Es biju ļoti izsalcis. Ну, какой-то день удалось что-то украсть. Kādu dienu man izdevās kaut ko nozagt. Другой день нет. Kādu citu nē. Ну что делать? Un ko darīt? Значит, какие-то дни мы ели. Kādas dienas mēs ēdām? Ничего не получилось. Вот. И однажды утром рано. Ļoti agri no rīta. Мы прошли мимо хлебозавода. Mēs gājām garām maizes ceptuvei. Боже мой, и это так пахло там. Un tur tās hotelī. Mēs tā gribējām ēst. И я смотрю, там окно видно, какой-то маленький начальник пришёл на работу. Un es skatījos, tur ir loks, kāds priekšnieks atnāca, tur ir restes. Форточка открыта. Un atvērts mazs lodziņš. И женщина зашла и принесла тёплый хлеб. Un sieviete ienāca un atnesa siltu maizi. То ли ему, то ли пробу снимать, непонятно. Vai noņemt pārbaudē. Я так и не выяснил до конца, для чего. Neskaidroju, kāpēc. Я стал возле этого окна, маленький мальчик. Maz zēns pie šī loga. Дядя, дай хлеб. Он просил, iedot maizi. Дядя, дай хлеб. Onkuli, iedot maizi. А он сидит. А viņš sēž. Даже не реагирует. Un pat nereaģē. Дядя, дай хлеба. Ну, дядя, дай хлеба. Ну, дядя, дай хлеба. И вдруг он встал. Pēkšņi viņš piecēlās. Эти ящики хлебами был на шкафу. Šī maizes kasta bija uz skapja. Он взял этот батон и кинул меня. Viņš paņēma šo batonu un iemeta man. Вы знаете, ну, если бы он еще 100 раз бы это пробовал. Я венч мэгинат вел кац. Этот батон через маленькую форточку, а там еще решетки, не пролетал бы никогда. Tad nekad tas nebūtu izlidojis, jo mazs lodziņš un vēl restes priekšā. Если злые люди умеют делать добрые дела. Ja ļauni cilvēki māk darīt labas lietas. То тем более ваш небесный любящий отец. Tēvs. Чего вы ожидаете? Ko jūs gaidat? Чего ты ожидаешь сегодня? Ko tu sagaidi šodien? Есть вот еще одно место. Я еще не дошел до пункта. Es nemaz neesmu ticis vēl līdz punktiem. Понимаете? Saprotiet. Написано в книге Откровения. Atklāsmes grāmatā rakstīts. Все я стою и стучу. Es ceļos un klauvēju. И кто отворит? Un kurš atvērs? Tomu я зайду. Pie tā es ienākšu. И буду ужинать. Un mēs baudīsim viens. Ну как вы представляете эту картину? Kā jūs iedomājaties šo skatu? Вот он приходит неожиданно. Atnāk negaidīt. Ну, неизвестно во сколько. Ну, nezinu cikos. Стучит. Un klauvē. Кто? А, Иисус. О, заходи. А, kas Jēzu nāc iekšā. Apsēdies. Я сейчас побегу максимум на рынок. Es tūlīt aizskriešu uz Maximu uz tirgu. Куплю. А что ты будешь? А. Nopirkšu. А, ko tu gribi? Сейчас пойду куплю. А, tūlīt aiziešu nopirkšu. И когда ты придешь, его не будет. Un kad tu atnāksi, viņa vairs nebūs. Понимаете? Saprotiet. Все должно быть готово. Visam ir jābūt gatavam. Свечи должны гореть. Свечам ir jādeg. И ты должен ждать. Un tev ir jāgaida. Понимаете? Saprotiet. Потому что он придёт туда, где его ждут. Jo viņš atnāks uz turieni, kur viņu gaida. Если он не приходил к тебе, ja viņš neatnāca pie tevis, ты по сути его не ждёшь. Tātad pēc būtības tu viņu negaidi. Твои мотивы могут быть неясны для него. Tavi motīvi var būt nepareizi. И теперь 7 пунктов, и потом мы перейдём Septiņi punkti. Этим очень важным делам, он... чтобы ходить в силе Святого Духа. Septiņi punkti, kā staigāt Svētā Gara spēkā. Когда Иисус пришёл, Христос был вознесён, когда Иисус был augšā debesīs, облако славы зашла и взяла, Dieva godības mākonis nonāca un paņēma. Tu тогда он говорил ученикам самые важные слова. Tad viņš teica mācekļiem pašus svarīgākos vārdus. То есть последнее слово человека является самым важным. Cilvēka pēdējais vārds ir tas galvenais. Потому что всё не сказать. Jo visu nevar pateikt. Но важное обязательно. Bet svarīgo obligāti. И вот давайте вместе мы прочитаем. Un kopā izlasīsim. Чтобы воистину вода твоей жизни стала вином. Lai tiešām ūdens tavā dzīvē kļūtu par vīnu. Чтобы, ибо он сказал, льна курящегося я не потушу, не покашу, да, а зажгу. Чтобы это воистину так было. Ну, свечка, когда уже потухла. А, да? Tad, kad svece jau ir nodzisusi. Он приходит, зажгёт всегда. Tad viņš atnāks un vienmēr iedegs. Это его характер, да? Tas ir viņa raksturs. И вот первое. Первое, всегда. Vienmēr. Запомните на всю жизнь.
atcerieties uz visu dzīvi. У тебя должно быть слово от Бога. Tev ir jābūt vārdam no Dieva. Первое слово от Бога это мы читаем Деяния апостолов. Апостоль дарби. А 1 глава 4 стих. Прочитай. Pirmā nodaļa 4. Pāns. Да, у меня тут по-эстонски, я пытаюсь тут через да, да, разные пути дойти до истины. Un to sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs tā, viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. То есть он говорил. Viņš teica: Не уходи из Иерусалима. Neaizej no Jeruzālemes. Что это значит? Ko tas nozīmē? Во-первых, это слово было от него. Pirmkārt, tas vārds bija no viņa. Согласны. Какую бы ты мероприятие в жизни ни начал, тебе нужно слово от Бога. Lai ko tu dzīvē arī iesāktu, tev ir vajadzīgs vārds no Dieva. Как бы тебе трудно не было. Lai cik tev arī grūti nebūtu. Второе, он говорит. Это первый пункт, второе, да? Otrais. Не уходи из церкви. Neaizej no draudzes. Запомнили? Iegaumējāt. В этом есть испытание. Šajā ir pārbaudījums. Вы получите, он говорил, не уходи из Иерусалима. No Jeruzālemes. То есть он говорит, благословение приходит на определенное место. И если тебя там не будет, благословения не будет. Uz noteiktu vietu, un ja tevis tur nebūt, svētības nebūs. Если ты не войдешь в служение, благословения не будет. Ja neieiesi kalpošanā, svētības nebūs. Не уходи из Иерусалима. Neaizej no Jeruzālemes. Потому что Дух Святой должен был прийти в Иерусалим. Jo svētajam garam bija jānāk uz Jeruzālemi. Ni Betāniju, ni Eilat, ni tam другие города. Ne citām pilsētām. В Иерусалим. Bet Jeruzālemi. Благословение начнется с твоей церкви. Святība sāksies no tavas draudzes. Если ты по какой-то причине, дьявол манипулирует, да, ты уйдешь? Ja, vēlns manipulē, ja tu kāda iemesla dēļ aiziesi. Благословение не будет в твоей жизни. Святības nebūs tavā dzīvē. Согласны, да? Piekrītat. Вот. Второе это вера. Otrais. Ticība. Это очень важно. Tas ir ļoti svarīgi. Деяния апостолов 1:8. Apostoļu darbi 1:8. Один восемь. Тянь апостол. Ты там и держи все время, тянь апостол. Там идет все, только там. 1:8. Bet jūs devosiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsit mani liecinieki kā Jeruzālem, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Pasmatrīte. Skatieties. Un gavarīt. Viņš saka, что придёт Дух Святой. Kad nāks svētais gars. Ну как они могли тогда представить Духа Святого? Kā viņi tajā laikā varēja iedomāties svēto garu? То ли он такой, как раввин? Vai viņš ir kā rabīns? То ли он какой-то другой? Vai kāds savādāks? Они должны были верить, не смогли представить. Viņi nespēja iedomāties. Вы понимаете, да? Придёт Дух Святой. Nāks svētais gars. И вы получите силу. Un jūs saņemsiet spēku. А Дух Святой таким образом никогда раньше не приходил. Bet svētais gars nekad iepriekš tā nebija nācis. Иисус сказал ученикам: "Примите Дух Святой, он подунул". Viņš teica mācekļiem, Jēzus, pieņemiet svēto garu, un viņš pūta. Но это совершенно другая ситуация. Bet tā bija pilnīgi cita situācija. Ведь во время Пятидесятницы, по сути, jo vasaras svētku dienā рождалась церковь. Piedzima draudze. Вы понимаете, о чём я говорю? То есть придёт Дух Святой, и ты получишь силу. Un tu saņemsi spēku. И ты должен быть. Un tev ir jābūt. Мне свидетелем. Да, лечением. Я знаю церкви, они молятся. Es zinu draudzes lūdzu. Господь, пусть ангел придёт, покажет. Lai eņģelis atnāk un parāda. Кто должен проповедовать Евангелие, кто нет? Jāsludina evaņģēlijs un kuram nē? Но тут написано, что Дух Святой даёт тебе силу. Bet te rakstīts, ka Svētais Gars dod tev spēku. Дух Святой скажет тебе. Svētais Gars tev teiks. И ты должен. Un tev ir jādara. Это не выбор. Tā nav izvēle. Это не предложение на танец. Tas nav piedāvājums. Это что, приказ? Tā ir pavēle. Запомни. Iegaumē. Каждый из вас Katrs no имеет jums, обязательство jums ir, pienākums перед небом проповедовать Евангелие. Debesu priekšā sludināt Evaņģēliju. Слышали, да? Вера. Ты должен верить в это. Ticība, tev ir jātic. Если ты не поверишь, ja tu nenoticēsi, ты будешь ожидать ангела. Tad tu gaidīsi eņģeli. Некоторые все молятся, постятся. Visi не, tikai lūdzu. Я должен помолиться. Я говорю, брат, Un, kāds saka, man jāpalūd. Ну, чё ж уже так слабо? Es saku, brāli. Возьми пост дней 10.
Paņem gavēni 10 dienas. Уже такой молитвенник. Давай попастись. Tu tāds lūdzējs. Тогда не хотят. Un tad negrib. Да ну что ты? Saka, ko tu? Да ты уже должен быть проповедником. Tev jau ir jābūt посты, какие молитвы. Kādas lūkšanas un gavēni. Да не начни рассказывать. Ej un sāc stāstīt. Верь в это. Tici tam. Третье – это открытые глаза сердца. Trešais ir atvērtas sirds acis. 9. Stih. 9. Pants. To sacīs viņš tiem redzot, tika pacelts un padeves viņu uzņēma prom no viņu acīm. Tu napisana. Te rakstīts. Un был взят. Viņš tika pacelts. И они видели. Un viņi redzēja. Ничего не было скрыто. Nekas nebija apslēpts. Все было открыто. Viss bija atvērts. Поэтому Павел молится. Тапец Павелс лудз. Ефесянам 1 главе. Ефесянам 1 нодае. Боже, дай им Духа Святого. Дев, дод виням Святого Духа. Открой глаза. Отвер ацис. Чтобы они видели. Лай виня радзату. Славу мою. Славу, ману славу. Открой глаза. Отвер ацис. Чтобы они поняли. Лай винь сапрасту. Какое наследие они имеют. Кац мантоем синьем пиедер. Какое слава. Када слава. Державная сила. Кац спекс. Во Христе Иисусе. Ир Иезу Христу. Открытые глаза. Отвертas acis. Если ты не понимаешь. Ja tu nesaproti. Если другие не понимают. Ja citi nesaproti. Молись за людей. Tad lūdz par cilvēkiem. Чтобы Дух Святой открыл их глаза. Lai Svētais Gars atver viņiem acis. Чтобы открыл их разум. Lai atvērtu viņu saprātu. Потому что ты не заставишь быть их служителями. Jo tu nepiespietīsi kalpot. Они не будут. Viņi nedarīs. Но когда Дух Святой откроет их. Bet kad Svētais Gars atvērs. Они пойдут. Tad viņi ies. И готовы умереть. Un būs gatavi mirt. Четвертое – это единство. Ceturtais ir vienotība. 14. Stih. 14. Tie visi vienprātīgi palika kopā lūkšanās līdz ar sievām un Mariju, Jēzus māti un ar viņa brāļiem. Еще Деяния апостолов 2:42. Vēl 2:42. Они всегда пребывали в учении апостола. Viņi vienmēr bija apostoļu mācībā. То есть единство. Tas nozīmē vienotība. Всегда пребывали. Vienmēr pastāvēja. И в том числе и жены, и женщины. Arī sievas un sievietes. Раньше как в синагоге была? Kā kādreiz bija sinagogās? Мужчины внизу, женщины наверху или мужчины внизу? Vīrieši apakšā, sievas augšā. Стена? Vai arī там женщины. С другой стороны. Un otrā pusē sievietes. А вдруг он все изменил? Bet pēkšņi viss mainījās. Сказал, дорогие вместе все. Un teica visi kopā. Я удивляюсь, когда я слушаю служителей, которые говорят, женщине служить нельзя. Un es brīnos par tiem, kas saka, ka sievietes nevar kalpot. А на молитвах одни сестры. Bet lūkšanās vienas māsas. Так что же делать? Ko tad lai dara? Ждать, пока мужчины придут. Gaidīt, kamēr vīri atnāks. Да дом сгорит. Māja tik nodegs. Понимаете? Saprotiet. И во-первых, pirmkārt, служительница или служитель kalpotāja vai kalps. У него пола нет. Там нау дзимо. Помазанник. Свайдитайс. Тут причём тут женщина или мужчина? Те атнак он ир сівіта. Евангеліст, пастор. Евангеліст, мац. Это люди придумали там женщина пастор. То цілася издумає сівіта мац. Служитель. Мацитайс, калпотайс. Вместе все. Виси копа. Мужчины на работе футбол смотрят. Вірієш дарба футбол скатас. И что, пусть пропадает Латвия. Лай Латвия позуд. Да ни за что, дьявол, закрой свой рот. Вэлнс айзвер сау мульти. Да отойди отсюда. Ай проем. Пятый. Пектай. Седер. Седер. Еврейское слово порядок. Картива. Смотри, чтобы в твоей жизни был порядок. Скатиес, лай тава дзиве будет картива. Это Деяния апостолов 21 по 24. Которая глава? День апостолов 1. Ну, давайте не читать это сейчас. Там, помните, Юда свои позиции сдавал? Когда Юда надел свои позиции. И тогда апостолы собрались, говорят, слушайте. Тогда апостоли сополучались. 12 колен. 12 целтис. А одной судьи нет. Судьи нет. Bet tiesneši nav. Ну, апостолы, они будут судить 12 колен, да? Апостоли тесās 12 целтис. А их 11. Bet viņi 11. Ну, нет одного. Viena nav. Давайте избирать. Izvēlēsimies. То, чтобы был порядок в твоей жизни. Lai būtu kārtība tavā dzīvē. Семейной жизни, финансах. Ģimenes finansiālajā. Понимаете? Вот эти все пункты очень важны, потому что Духа Святого еще не было. Jo Svētā Gara vēl nebija. И он говорил вот эти семь пунктов. Un viņš teica šo septiņus punktus. Чтобы не было препятствия приходу Святого Духа. Lai varētu atnākt Svētais Gars.
Ну, если бы это было все равно, он говорит, сидите там в верхней комнате, ждите просто, едите и делайте, что хотите. Он, я то с него сварил, тогда вот эти дарят, кого грибы. Мы же так верующие хорошие. Мы с тобой то сам лабы. Ну, Бог любит, но не есть Бог любви, че, какие проблемы? Дело смеял, когда с проблемами. Все прощает. Весь упиедует. Нет, он не говорил такое. Не, он что-то аду не кванетается. Он говорил. Он что-то. Тебе нужно слово от Бога. Я вам говорю, не уходи из Иерусалима. Он считает, не айзает на Иерусалим. Во всяком деле, и сегодня. Ари шодин. Согласны? Второе, да, вспомните, да? Otrais, вера. Ticība. Для чего приходит Дух Святой? Капец, нак святая гарс. Чтобы дать тебе силу. Lai dotu tev spēku. Чтобы ты прославил его. Lai tu viņu slavātu. Правда? Третье. Trešais. Чтобы твои глаза были открыты. Lai tavas acis būtu atvērtas. Чтобы ты понимал, что lai делать. Lai tu saprastu, kas ir jādara. Понимаете? Ну, если ты не понимаешь, что делать? Я то не сопрот, как сериадера. Ну, это глупо. Это сенмультия. Это трагедия. Та и трагедия. Четвертое это единство. Четвертое это единство. Пятое это порядок. Пятое это картība. Это все нужно было. Tas viss bija nepieciešams. Чтобы они в течение 10 дней. Lai viņi 10 dienu laikā. Исполнили. Piepildītu. Смотрите дальше. Un tālāk. Шестое. Sastais. Молитва. Лукшена. День Пятидесятницы, там написано. Свадку, Диана, Деяния апостолов 24, это мы прочитаем. 24. Un Dievu pielūguši viņi sacīja, Kungs, tu visu siržu pazinējis, rādi, kuru no šiem abiem tu esi izredzējis. Это крещение Святым Духом. Tā ir svētā gara kristība. Ты должен быть крещен Святым Духом. Tev ir jābūt kristītam ar svēto garu. Если ты сегодня не крещен Святым Духом, ja tu šodien neesi kristīts ar svēto garu, то приходи, я потом помолюсь за tad тебя. Nācis pēc tam par tevi lūkšu. Посмотрим, что будет. Un skatīsimies, kas būs. Аминь. Амен. Крещение Святым Духом. Kristība ar svēto garu. Понимаете? Вот это что-то вот такое. Tas ir kaut kas tāds. И, вот, ну, чего нету ни у кого. Kas nav nevienam. Понимаете? Крещение Святым Духом. Kristības ar svēto garu. Если ты будешь молиться. Ja tu lūksi. До сих пор, когда ты будешь наполнен до разлива. Kad tu būsi piepildīts līdz izliešanās. У тебя появляется особая смелость. Tā tev parādās īpaša drosme. Понимаете, они были наполнены Духом Святым. Viņi bija piepildīti ar svēto garu. И начали молиться на иных языках. Un sāka lūgt citādās mēlēs. И это привело их куда? Un kur tas noveda? Домой. Mājās. На работу. Uz darbu. Нет? Nē. Этот порочный круг. Дом, работа, дом. Tas ir aplis, должна в 15 году быть разорвана. Un tam ir jābeidzas 15. Gadā. Потому что ты сами несчастный верующий, если у тебя есть схема одна. Дом, un tas ir nelaimīgs, работа, ja tev ir šī схема, darbs, mājas, darbs. И когда мы предстанем перед ним, un, kad mēs iesim viņa priekšā, мы, наверное, свои схемы там ему будем представлять. Tad mēs viņam, varbūt, savu схему Иисус, стратиси. Прости, ну, извини Jēzu, там, ну. Piedod. Нет, он говорит. Nē, viņš saka. Молись на языках, лūdzu mēlēs, пока ты наполнишься. Kamēr piepildīsies. И тогда ты не пойдешь ни на работу. Un tad tu neies ne uz darbu. Ты не пойдешь ни домой. Ne mājās. А ты пойдешь на улицу. Bet tu iesi uz ielas. Ты пойдешь на улицу. Tu iesi uz ielas. Я говорил и свидетельствую это везде и всегда. Es teicu un liecinu to visur un vienmēr. В 93-м году. 93. Года. Когда Бог призвал меня на служение. Kad Dievs mani piesauca kalpošanai. У меня был на столе контракт подписанный. Man uz galda bija parakstīts līgums. На 4 миллиона долларов. Uz 4 miljoniem dolāru. И Дух Святой проговорил ко мне. Un Svētais Gars runāja man. И сказал. Un teica. Я? Es? Или металл? Vai metāls? Понятно, металл деньги стоит. Сопротивляемся металлам, и сегодня стоит. Ари шодин макса. И медь стоит. Un arī, и нержавейка стоит. Дажады вейд металл. И черный металл стоит. Gan, малнайс. Ну, стоит ли Бог в твоих глазах больше? Bet vai Dievs ir vairāk vērts tavās acīs? Больше серебра и золота. Vairāk nekā zelts un sudrabs. Больше людей. Vairāk nekā cilvēki. Больше славы. Vairāk nekā slava. И я тогда сказал, ну, конечно, у меня проблем не было. Un man nebija problēma. Я проблема только была, думаю, как я жене скажу это. Проблема bija tikai tajā, kā es to pateikšu sievai. Как я жене скажу? Kā es to sievai pateikšu? Жена пришла. Я говорю. Es atnācu un teicu. Бог был у меня. Dievs bija pie manis. Ну? Ну. Что он сказал? Un ko viņš teica? Я говорю, все оставить. Visu atstāt. Посмотрела. Paskatījies. Ты жестока это. Tas tak tik daudz. Bog сказал. Bet Dievs. Ну, она говорит, Бог сказал так.
Но понимаете, это просто, да. Я это сервенкаш. Но если у этого дела не было хвостов. Я шай лете не буду астис. Чтобы подготовить такие контракты, это надо было кучу денег в то время в Украине. Lai sagatavotu tādu līgumu, vajadzēja daudz naudas. Потому что ведь всё сделалось не только через взятки и Jā, tur bija покупать несколько тысяч тонн металла. Iepirkt vairākas tonnas metāla. И продавать это в Китае. Pārdot to uz Ķīnu. Это же не пойти максимум покупать конфеты. Tas tak nav aiziet uz maksimumu nopirkt konfektes. Во-первых, кто-то должен был тебе подписать этот контракт. Kādam bija šis līgums jāparaksta? Ну, я пошёл, я спросил у ребят. Un es pajautāju un gāju. Канадский верующий бизнесмен пришёл, говорит: "У меня есть там те, которые будут оплачивать всё". Viņš А ты найди, кто будет продавать. Он бы ядрот, а курс то пардос. Ну просто, не, ну где, кушать хочется, ты знаешь, где продают, да? Es gribas, tu zini, kur pārdodās. Ну, мне хотелось металла кушать. Negribējās ēst metālu. Я узнавал, ребята, где, кто там металл, какой завод там рядом. Es meklēju, kur ir kāda rūpnīca. А я же голубоглазый. Наивный, то есть, понимаешь? Иногда вы голубоглазый, дьявол пришел. Es biju naivs. Да, и все, и вот, верите, что он говорит. Ну, вот я тоже же поверил, ну, что Бог со мной. Es arī noticēju, jo Dievs ar mani. Я звонил, говорю, директору завода, он бывший депутат. С директором, он бывший депутат. Еще Верховного Совета, там, советских, там, какие-то союзных республик. Говорю, я вам сегодня приду, есть Эстонии. Un es zvanīju, es teicu, esmu no Igaunijas, es šodien atnācu, viņš teica, jā, labi. To vrīmē, čelāvīk iz Estonija, to papahīvā sīkādā vzātkami. Cilvēks no Igaunijas, tas oda pēc kukuļiem. Ну, то есть, они не думали так, но это, мы же тебе доброе дело, ты шо, заработаешь там и не будешь нам ничего давать? Лета нопелнījis. Понятно же. Вот, я зашел, он сидит там, этот ложочек, все. Сэдэй. Вот, и что вам надо? Un jautāt, а я говорю, вот заказ. Es saku, ну, man tāds pasūtījums. Это. Tā, šā un tā. Вот, он, да. Viņš 2000... tā skatās, jā. Да. И как вы это все видите? Un kā jūs to visu redzat? Ну, я говорю, как вижу, ну, un вроде saku, контракт. И все, и это. А он сразу к делу. Un viņš uzreiz pie lietas. А мне пару мерседесов надо. А man vajag pāris mercedesus. Поймите, это же не тогда, что сегодня пошел в магазин и купил мерседес. Tas nav tā, kā šodien aizies uz veikalu nopērts mercedes. Bivši Sajūs, Республики, там надо было заказывать. Tur bija jāpasūda. Ждать. Jāgaida. И тогда, через полгода, un тебе мерседес. Un tad pēc pusgada tev būs mercedes. Вот. А я ему говорю, вы знаете. Bet es viņam saku tā, ziniet. А я десятину плачу. Es maksāju desmito tiesu. Он так посмотрел на меня. Viņš tā paskatījās uz mani. И он думал, наверное, кому? Un domāju, droši vien, kam? Кому? Я говорю, я церковь, вот слово жизни хожу. Es eju uz draudz dzīvības vārds. Вот, и я туда плачу. Un es tur maksāju. Он говорит, зачем вы это делаете? Un kāpēc jūs to darat? Я говорю, Бог сказал. Dievs ir ar mani. Ну, поэтому и сделаю, чтобы не быть проклятым. Lai nebūtu nolādēts. Чтобы быть благословенным. Lai būtu svētīts. Посмотрел на меня. Paskatījās uz mani. Теперь я говорю насчет мерседесов. Un tagad par mercedesiem. Я говорю, это стоит же оперы. Tas ir no tā pašas operas. Я не могу вам дать их так. Es jums nevaru to tā iedot. Ну, мы запишем их в контракт. Bet mēs tos ierakstīsim līgumā. Например, три мерседеса мы договорились. Piemēram, vienojāmies trīs mercedesi. По контракту. Pēc līguma. Официально. Oficiāli. Смотрит своей ручкой, стучал. Скатрас, сит ар пилц пал. У меня контракт был подготовлен заранее, я же умный. Bet man jau iepriekš sagatavots līgums. Смотрит. Скатрас. Взял и подписал, говорит, на. Ņēmu un parakstī, še. Я не понял. Es nesapratu. А я говорю, Мерседес, говорит, иди отсюда. Es прошу, Мерседес, эй ту. Своей церковью. Ar visi draudzi. Не, мне хоть бы послали не только туда. Мне было все равно. Man контракт подписан. Jo līgums bija parakstīts. Это я заработал 2 миллиона. Es nopelnīju 2 miljonus. Но, чтобы завод начал их производить, bet, lai rūpnīca sāktu tos ražot, 2000 тонн идет прокат. 2000 тоннас. Точно не помню, 2 или 4, ну, неважно. 2004, да, ну, nav svarīgi. Вот. Должна была контракт с железной дорогой. Vajadzēja līguma ar dzelzceļu. Ну, потому что они же во дворе не складывают это. To так нелегко. Не, я же один заказываю.
Не я же один заказываю металл. Не, пасуту шо металл. Завод целый там. Тур весела рупница. Все как бедные родственники своими кейсами стояли в очереди там к этому директору. Виси ставили ар портфелишем пеши директор. Ну, потому что ты реально зарабатываешь. Тапец, ну, он ты... говорит, реально дай мне, да, там. Реально, нопелны. Цены настолько были низкие в Украине, что Украина. Чем на мировом рынке, да? Тик замас цены. Вот. А, да, все хорошо. А потом... железная дорога. Это не интересно, ну, это интересно, это все касается веры. Это всё интересно, это всё отец. В твоей жизни должно все быть в порядке. Тава дзиве visam jābūt ir kārtībā. А железная дорога, он же куда-то должен их свозить? Bet dzelzceļam tas bija jāved prom. Значит, должен быть склад. Tātad jābūt ir noliktavai. Надо было заключить контракт с складом. Vajadzēja līgumu ar noliktavu. Но склад дорогой. Bet noliktava dārga. Чтобы там долго не стояло это все. Un lai tas viss tur ilgi nestāvētu. Смотри, чтобы долго откровения Божие в тебе не застоялись там. Skaties, lai atklāsmes parādītu. Будешь дорогую цену платить. Лучше сразу отдай. Dārgu cenu labāk ātrāk. Прошу, отдай. Хочешь молиться, помолись сразу, не вечером. Gribi lūgt uzreiz lūdz, nelūdz vakarā. Вот. И, а потом надо было заключить, брахтовать судно. Он подсамаедзая куди. Вот. Понимаете, все эти контракты. Он висе ше лигуми. Я подготовил. Es sagatavoju. И взял кредиты. Паņēmu kredītus. Ну, заработаю, отдам. Nopelnīšu, atdošu. Все подписано. Viss parakstīts. Пришел Бог. И предложил. Я? Es. Или металл? Vai metāls, Dievs piedāvā. Говорю, ты мою жизнь спас. Tu izglābi manu dzīvību. Ты меня благословил. Tu man esi svētījis. А как рассчитаться с этим? Bet kā tagad ar visu to pārējo tik galā? Не помолчит. Вот когда начинаются глупые вопросы, un kad sākas šie ничего оттуда не капает. Понимаете, tad почему у вас нету? Nav. Потому что вопросы ваши глупые. Kāpēc jums nav kaut kā, jo jūsu jautājumi ir muļķīgi? Un Всевышний, Всесильный. Viņš ir visvarens, visspēcīgs. Не бойся. Не байдес. Все хорошо, доверяй ему. Labi, uzticies. Он приведет, он скажет, что надо. Un pateiks, ko vajag. Все. Я подошел к директору банка и говорю. Es pienācu pie direktora. Ты меня знаешь? Un jautāju, vai tu zini mani? Ты мне дал деньги? Да. Man devi naudu. Я оставляю бизнес. Es teicu, es atstāju biznesu. И теперь, ну, представьте, я не советую вам так делать. Es jums nejoteiktu tā darīt. Но если надо, сделайте. Bet ja vajag, dariet. Я говорю им, un es вы saku знаете, viņam, ziniet, Бог даст мне деньги, я вам отдам. Dievs man iedos naudu, un es jums atdošu. Litovci на это бы сказали, Jēzus Marija. Lietuvieši tā teiktu. Понимаете? Ну, хороший разговор, правда? Laba saruna. Пришел. Добрые новости. Atnāca labas ziņas direktoram. Ну, понимаете? А поэтому я всегда учу своих людей. Vienmēr es par to mācu saviem cilvēkiem. Научись хоть 5 евро брать с неба. Iemācies kaut vai 5 eiro paņemt no debesīm. Тогда тебе никогда не надо идти в банк. Tad tev nekad nevajadzēs iet uz banku. Потому что банк надо все вернуть с процентами. Tāpēc, ka uz banku viss jādod ar procentiem. Я не отрицаю, я не запрещаю. Ради es Бога. Ходите, берите кредиты. Ejiet, ņemiet kredītus. Все будет нормально. Занимайтесь бизнесом. Darbojieties ar biznesu. Но я не слышал еще ни одного человека. Bet es neesmu dzirdējis vēl nevienu cilvēku. Кто должен был возвратить деньги, которые ему дал Бог, чтобы вернуть их туда? Vēl, kam būtu jāatgriež nauda, ko Dievs ir devis. Ну, отпакай. Опять выбор, да? Ну, хочешь. Анкл извел. Что хочешь, то и делай. Дари, ко велес. Вот смотрите. Скатитес. И я ему говорю. Es viņam saku. Я верну. Простой, смотрю ему в глаза. Скатос viņam acīs. А он бедненький, дал же кредит мне. Viņš navadziņš. Они же доверяли, я ни одной бумаги не подписал. Uzticējās. Они настолько знали меня, доверяли. Viņi tik labi mani pazina. Un pēkšņi viss. За Богом пошел. Devos pēc Dieva. А подписи-то нет. Bet paraksta nav. Вот. И через какое-то время я должен был уехать. Un pēc kāda laika man bija jābrauc. С этого города, с этой страны. No šīs pilsētas, no šīs valsts. Ну, понимаете, у меня сердце всегда болело. Saprotiet, man vienmēr sirds sāpēja. Всегда болело. За этого президента банка. Par šo bankas prezidentu. И время от времени. Допустим так, каждый месяц. Un katru mēnesi. Я набираю номер. Es uzgriežu numuru. И говорю. Un saku. Господин президент, это вы? Президент, да. Пункт, это сет юз? Я. Говорит, я Пауль. Вы помните меня? Да, отцаритесь да. Мне. Я говорю, я еще порадовать ничем не могу. Es vēl nekā jūs nevaru iepriecināt. Потому что Бог еще не дал. Jo Dievs vēl nav devis. Ну, обязательно даст. Bet ну, это же вера. Вы же тоже так говорите. Обязательно буду здоров. Обязательно. Obligāti. Да?
Он говорит, да ничего, да, не переживай, даст, ну, придешь, принесешь. Я отнесись. Все. Ну, годы идут. Лайкс, я тут спрягшу, годы идут. Похож на вашу жизнь, да? Годы, нет веселения, нет того, нет третьего, нет четвертого, да. Ну, то и благодарение, и я набираю. Господин президент, это я. Еще не дал. Он говорит, нет, еще не дал. Обязательно даст. Я вам обязательно дам. Вы знаете, Бог действует в твоей жизни по своей линии. Но я-то думал, когда наконец-то эти деньги придут, я бы в какой-то обувной коробку tad ieliekšu kādā kastē. С барабанами, с фанфарами. Ar фанфарам, он говорил сегодня. А, приезжаю в Донец, к директору банка, говорит, вот Иисус, и так далее. И я это все отдам. Un tad visu tā atdošu. Ну, наверное, у кого-то так и есть. Varbūt kādam tā ir. Но мне все труднее звонить ему. Bet man zvanīt viņam aizvien sarežģītāk. Не то, что там, я уже веру теряю. Es jau sāku. Ну, денег-то нет. Ticību zaudēt naudas tā nav. Ну, он же обещал. Bet viņš tā apsolīja. Вот. Однажды опять поднимаем. Откал, венец пацелю. Господин директор, ой, президент. Отвенует президент, это кунгс. Денег нет еще. Наудис вам нау. Ну, он обязательно даст. Bet viņš noteikti iedos. И там тишина. Un tur klusums. И он говорит. Un viņš saka. Наверное, он тебе не даст. Лайкам viņš tev nedos. А я там, да ты бы что? Bet да, ko jūs tur? Да, такого быть не может. Ну, tā būt nevar. Тишина. Клусумс. Он всегда вежливый был. И потом он говорит. Un pēc tam viņš saka. Я все-таки думал, что он тебе не даст. А поэтому я прощаю тебя. Es tāpat domāju, ka viņš nedos, un es tev piedodu. Процентов только. Tikai procentos. Набегало более 200 тысяч долларов тогда. Bija toreiz vēl vairāk nekā 200 tūkstoši dolāru. Un верен. Viņš ir uzticams. Но по его плану. Bet pēc viņa plāna. Не по фанфарам всегда, а потихонечку. По фанфарам, bet lēnām. Но все равно придет исцеление. Bet vienalga atbildes ir ceļā. Atbildes ir ceļā. Ответы в пути. Теперь, смотрите, последний пункт, седьмой. Tagad pēdējais, septītais очень punkts. Важный. Ļoti очень svarīgi. Настолько важный. Поднимайся и сияй. Поднимайся и сияй. Пацелес, на мирдзи. Смотрите, они Скатеклес. Были крещены Святым Духом. Viņi bija kristīti ar svēto garu. Ты крещен Святым Духом? Vai tu esi svētīts ar svēto, kristīts ar svēto garu? Но пока ты не наполняешься Духом, bet kamēr tu piepildies ar garu, ничего не происходило в жизни Святого Петра. Nekas nenotika, ka Pētera dzīvē pirms... Вы понимаете, если мы крещены Святым Духом, ja mēs neesam kristīti ar svēto garu, это еще не значит, что автоматически начинаются чудеса и знамения. Ja mēs esam kristīti, tad tas nenozīmē, ka automātiski sākas zīmes un brīnumi. Это очень важно. Мы прочитаем это местописание, Деяния апостолов 2.14. Apostoļu darba 2.14. Bet Pēteris nostājies ar tiem 11, iesāka runāt un tiem sacīja, jūs jūdi un visi, kas Jeruzālēmē dzīvojat, lai tas jums ir zināms un iegaumējot manus vārdus. Он должен был встать. Viņam bija jāpieceļās. Он должен был сделать этот решительный шаг. Viņam bija jāšķir šis solis. И тогда 3000, и потом 5000 пришли в церковь. 5000 atnāca uz draudzi. Понимаете? То, что мы крещены, это не гарантирует. Tas, ka mēs esam kristīti, negarantē. Пробуждение. Atmodu. Рост церкви. Draudzes pieaugumu. Прорыв финансовый. Izrāvi ir finansēs. Dziedināšanu. Они наполнились Духом Святым. Viņi piepildījās ar svēto garu. Начали молиться. Sāka lūgt. И все равно ничего не случилось. Un vienalga nekas nenotika. Но как только вышли, bet tikko izgāja, сразу чудеса и знамения. Uzreiz zīmes un brīnumi. Вы понимаете, о чем я говорю? Saprotiet, par ko es наши runāju. Желания, mūsu vēlēšanās, наши молитвы, mūsu lūkšanas, наши мысли, mūsu domas, могут быть с этим городом. Varbūt par šo pilsētu. Толку никакого не будет. Bet jēgas nav nekādas. Пока мы не наполнимся Духом Святым. Kamēr nepiepildāmies ar svēto garu. И не пойдем туда. Un neiesim tur.
Поэтому Бог желает, вам, чтобы с этого года no gada, вы реально начали думать, mēs reāli sāktu domāt, я должен быть сосудом. Es, man ir jābūt par trauku. Боже, пошли меня. Dievs sūti mani. Я наполняюсь Святым es Духом. Es piepildos ar Svēto garu. И я пойду и буду проповедовать. Un es iešu un es sludināšu. Halleluja. Вы знаете, это очень важно. Ziniet, tas ir ļoti svarīgi. Мама моего друга. Mana drauga mama. Тома Папани, который был третьим боссом семьи Кимбино. Это просто, да. Он был третьим боссом мафиозной семьи. Viņš bija trešais mafijā. Она была католичка. Tā mamma bija katolieta. И она молилась за Тома 30 лет. Un viņa lūdza par viņu 30 gadus. Чтобы он стал священником. Lai viņš kļūtu par mācītāju. Хорошая идея. Laba ideja. Чтобы вся весь Венспилс был спасён. Lai visa Венспилс tiktu glābta. Мы молимся. Mēs lūdzam. И она молится. Un viņa lūdza. А Том говорит: "Мама, ну зачем ты это делаешь?" Bet viņš saka: "Мама, kāpēc tu to dari?" Я же мафия, у меня пистолет, у меня всё. А это мафия, мне пистолет. Да ничего не надо. А как же мы с молитвами защитить себя? Но она не перестала. Bet viņa nepārstāja. 30 лет не сдавалась. Никогда не сдавайся. 30 gadus nepaļāvās, nekad nepadodies. Что бы тебе не надо было, никогда не сдавайся. Ko tev arī vajadzētu, nekad nepadodies. Я все время звонил, господин президент. Vienmēr zvanīju prezidentam. Да я отдам, да он обещал. Es atdošu, да я себе не доверяю, я ему доверяю. Es viņam uzticos. Ну как он это решил, какая разница? Kā tas atrisināsies? Как ты будешь исцелен? Какая разница? Kāda atšķirība? Вы понимаете, о чем я говорю? Как деньги придут? Kā atnāks nauda? Какая разница? Kāda atšķirība? Как церковь будет рить? Kāda augsts, какая разница? Draudze, kāda atšķirība? Не сдавайся. Nepadodies. И вот он молится. Un, lūk, 30 lūdzu, лет. 30 gadus. То мне говорил. И однажды. Un vienreiz. Его друг все время звал его церковь. Слушай, приходи в церковь. Viņa draugs visu laiku sauca viņu uz draudzi. Atnāc uz draudzi. А он Том говорит, он так хорошо приготовлял итальянскую, ну, эту еду. Bet viņš tik labi gatavoja itāļu ēdienu. И они всегда с женой ходили к нему кушать. Un vienmēr ar sievu gāja pie viņa ēst. А тут все зовет, иди в церковь. Bet tas visu laiku sauc, nāc uz draudzi. Знаешь, однажды уже... Ну неудобно, потому что он готовит неудобно, да? Он венеза та нерти палик, я виж готово. Каким-то образом всё решает твоей жизни, не переживай. Дело когда вейда рисина всю твоя дзиве не пацан. Ему неудобно, неудобно. У меня бы нерти, он сел Мерседес одевал, Rolex золотые, бриллианты, всё. Мерседес одел Rolex всю. И поехал в старую церковь, потом мне потом в Америке показывал. Он айзбрауца уз драудзе та бы веца. Вот. Хижина какая. Да ваша. Я не знаю. Да? И он говорит, приехал. Un saka, atbraucu. Думаю, ну ради этого человека. Domāju, ну ши cilvēka dēļ. Ну вообще, босс мафии такие вещи не делает. Mafijas boss tak tādas lietas nedara. Да Бог все заставит делать, что надо. Dievs piespiedīs darīt visu, ko vajag. И Лембергс придет, если надо. Un Lembergs atbrauks, jau vajadzēs. Какая разница? Это же человек. Ну, понимаете? И приехал. Un atbraucu. И зашел. Un iegāja. И не понимаю, что они радуются. Он наверное, сопрос, ко вин приезжает. Посмотрел, они бедно одеты. Paskatījās, viņi tā nav atkārtot. Драгоценностей нету. Дарглет, нау. Посмотрел на свои бриллианты. Paskatījās uz saviem. Это я должен радоваться. Tas ir man jāpriecājas. А что они радуются? Bet par ko viņi priecājas? Понимаете, если мы не будем радоваться. Saprotiet, ja mēs nepriecāsimies, tad mēs neesam dabīgi. Мы же не признаём, не свидетельствуем, что он спас тебя. Mēs так neliecinām par to, ka viņš tevi izglābs. Ну, кто знает, может придёт, может нет. Ну, понимаете? И когда собрание закончилось, un, kad sapulce beidzās, пастор всем пожинал руки возле двери. Mācītājs pie durvīm visiem paspieda roku. Но мафии так нельзя было, чтобы кто-то, какой-то человек, да, tipo, mafijā tā nevarēja, руку. Kā kāds tev iedot roku, viņš atgrūd šo roku. И тот посмотрит. Un tā, tas paskatījās. Знаешь, Том, что я в твоих глазах вижу? Un teica, Tom, tu zini, ko es redzu savās acīs? Маленького мальчика, который плачет. Mazu zēnu, kas rauda. Вот эту тайну. Шо нослапом? Его отец страшно наказывал, когда он был маленьким. А par to viņa tēvs viņu ļoti sodīja, kad viņš bija mazs. И он никому не открывал это, и ни мафии, ни. Un to viņš nevienam neatklāja, ne mafijai, nevienam. И он подумал, как он узнал это? Un viņš nodomāja, kā viņš to zina? Я должен его убить. Man viņš jānogaliņa. А он же тоже был верующим. Мы все верующие, да? Bet viņš arī bija ticīgs. Mēs visi esam ticīgi. Ну, все верующие, ну. Все, попроси на улице. Пайота, когда взялся, все, я, протамс. И он еще ему визитку дает, и Том говорит. Он начал дать ему визитку, а потом Том сказал. Бог, еще не рожден свыше, Бог.
piedzimst no augšas. Точно, ты хочешь, чтобы я его убил, но ничего визитку дал и пригласил сам. Tu tiešām gribi, lai es viņu nogalinu, viņš vēl iedot vizītkarti un pats uzaicina. И пошел домой. Зарядил пистолет. Viņš aizgāja mājās, pielādīja. Звонит пастору. Zvana mācītājam. А пастору видно после собрания там какое-то время был в церкви. Bet mācītājs bija jau vēl draudzē. И говорит: "Ой, это Том, ты хотел поговорить? Да. Tom, я как раз один в церкви приезжаю. Es tiešās man viens draudzē atbraukt. А Том говорит. Bet Tom saka. Ну, слушай, Бог точно. Ну, zini, Dievs. Ну, еще на один. Pie tam viņš vēl var viens. И поехал. Un aizbrauca. Поставил пистолет в карман. Ielika ieroci kabatā. Вот. И пастор встречает. Un mācītājs sagaida. Ну, что ты хотел? Дейсимies, ко ты vēlējies? Он, ну, что я буду долго разговаривать? Ну, ко я силы грунашу? Ну, еще уговорить. Вот. И хотел достать пистолет. Гребей, ņem tev ieroci. И не выходит пистолет из кармана. Un nenāk ārā ieroci. И не выходит. Un nenāk ārā. И когда он очутился, un, kad viņš atapās, он в слезах был на колени, viņš jau bija ar asarām uz ceļiem. И слышал слова пастыря. Un dzirdēja mācītāja vārdus. Tom, я поздравляю тебя, ты рожден свыше. Tom, es tevi apsveicu, tu esi no augšienes piedzimis. Вы понимаете, Бог все может. Saprotiet, Dievs visu var. И вот в это время первая новость. Laikā pirmā ziņa. Он хотел сказать маме. Viņš gribēja pateikt to mammai. Мама. Māte. А к этому времени мама заболела раком. Bet līdz tam mamma jau saslima ar vēzi. Она уже долгое время была в больнице. Viņa jau ilgu laiku bija slimnīcā. И он поехал к маме. Un viņš devās pie mammas. Зашёл в палату. Iegāja palātā. И говорит: "Мама". Un saka: "Māte". Я родился свыше, я верующий. Esmu no augšienes, esmu ticīgs. А мама говорит: "Я знаю". Bet mamma saka: "Es zinu". Он говорит: "Как?" Bet viņš prasa: "Kā?" Она говорит: "Я видел, как Иисус с тобой вместе вошёл". Es redzēju, kā Jēzus kopā ar tevi ienāca. И тогда он выходит из больницы. Tad viņš gāja ārā no slimnīcas. Возле дверей молится Богу. Un pie durvīm lūdz Dievu. Боже. Dievs. Если ты спас такого изверга, как я? Ja tu esi izglābis tādu kā es? Какая проблема тебе исцелить мою маму? Tad kāda tev problēma dziedināt manu mammu? Простая молитва. Vienkārša lūkšana. Следующее утром звонок. Nākamā rītā zvans. Звонит его знакомый доктор. Zvana viņa pazīstams. У кого она лечилась? Dakters, pie kā viņa ārstējās. Он говорит. Un viņš saka: "Том, ты вчера приходил в больницу?" Том, ты вчера нацу в слимницу? Да. Я. С кем ты приходил? Ar ko tu kopā atnāci? Ты знаешь. Tu zini. Что в нашей больнице есть закон. Ka mūsu slimnīcā ir likums. Запрет. Aizliegums. Что чужих докторов сюда привести нельзя. Ka svešus dakterus līdz vest nedrīkst. Он не понимает. Un viņš nesaprot. Ka čom dēlē? Par ko iet runa? Сегодня утром. Šorīt. Они должны ради страховок, там страховальная компания. Viņiem apdrošināšanas uzņēmuma. Чтобы не обвиняли родственники потом. Lai neko nevainotu. Совершать последнюю как бы операцию. Viņiem bija jāveic pēdējā operācija. Последняя стадия рака, опухоли желудки. Стадия вязем кунди. Если не ошибаюсь, их было 36 опухолей. Ja es nemaldos, viņai bija 36 šajā. И они должны были разрезать. Un viņai bija jāgriež. Констатировать, да? И зашить. Ну, больше мы бессильные, все. Visi mēs esam bezspēcīgi. А там ни одного. Bet tur nav nevienas. Говорит: "Том, ты с кем приходил?" Том, ar ko tu biji atnācis? Понимаете? Saprotiet? Если вы не сдаетесь. Ja jūs nepadodaties. Ответ дойдет. Tad atbilde atnāks. Если вы сдаетесь, ответ не придет. Padosieties, atbilde neatnāks. Это потрясающая книга. Tā ir satriecoša grāmata. Приобрети потом его. И тут мое свидетельство короткое. Te ir arī mana īsa liecība. Как я стал верующим. Kā es kļūtu ticīgs. В конце молитва покаяния. Pēc tam ir, beigās ir grāmatā. Не задерживаю. Подари кому-нибудь. Дай кому-нибудь. Дай руководителям города. Tu vari kādam uzdāvināt. Парламент России, Эстонии. Президент Эстонии написал мне благодарственное письмо за эту книгу. Я ему изъявил патетицию про шо грамота Игаунис премьерс. Я ему написал: "И тебе надо покаяться". Он ей uzrakstīja: "Arī tev ir jānožēlo grēki". Больше не ответил. Vairāk neatbildēja. Через какое-то время умер. Un pēc kāda laika nomira. Жалко. Жал. Ну что делать? Бог каждому шанс даёт. Dievs dod iespēju katram. И потом у меня есть потрясающее свидетельство моего друга. Un man ir satriecoša mana drauga lieta. Я Алексею то это потрясающе. Es iedevu arī Aleksejam. Он из Украины. Viņš ir no Ukrainas. Он еврей. Viņš ir ebrejs. Но он не всегда знал об этом.
Bet viņš nevienmēr to zināja. Grafā, kde jūsu rodītēli, tam būl čortačka. Tur, kur bija dzimšanas apliecībā vecāk, tur Потому, bija svītriņa. Потому, что утром человек вышел вынести мусор. Тāpēc, ka no rīta cilvēks izgāja iznest atkritumus. И слышал рядом в мусорном баке какие-то звуки. Un dzirdēja kaut kādus trokšņus blakus atkritumu. Открывает, atvēra. А там только что рожденный ребенок. Bet tur bija tikko dzimis bērns. Это был он. Un tas bija viņš. Un stāv кандидатом олимпийскую сборную. Viņš kļuva par kandidātu olimpiskajai. Bo, čudo. Вот, чудо это борьба. Чудо циня. Да. И потом его судили. Pēc tam viņu tiesāja. Дали ему смертный приговор за фальшивые деньги. Он делал фальшивые деньги в Советском Союзе. Viņš drukāja viltoja naudu. Ну, оттепель Горбачёва изменили этот приговор, дали ему 14 лет. Bet tagad, bet pēc tam viņam izmainīja šo uz mūža ieslodzījumu pret 14 gadiem. Viņš kļuva ticīgs cietumā. Это потрясающая история. Un tas ir pārsteidzošs stāsts. В Украине есть 180 тюрьм, по-моему, 130 он проповедовал и ходит до сих пор координирует. Ukrainā ir 180 cietumi un 130 viņš ir bijis. И в Украине его называют человек-легенда. Ukrainā viņu sauc par cilvēku leģendu. Это Виктор Иванович Мураль-Сикорский. Это потрясающая история. Просто ты должен это слушать, если ты это я не знаю, что ты пропускаешь. Tad tas ir jādzird. И он до сих пор проповедует, когда я в Киев приезжаю, я его всегда на радио с собой возьму. Es viņu vienmēr ņem līdzi. И он даёт своё свидетельство. Uz radio viņš liecina. Это потрясающе просто. Это всё Бог. Un tas ir viss Dievs. Так, у нас ещё есть немного времени. Mums ir vēl nedaudz laika. Последнее, что я вам расскажу. Pēdējais, то есть, ko es надо вставать и сиять, да? Мы Mums говорили. Ir jāceļas un jāmirdz. То, что у тебя Дух Святой, нельзя скрывать это. Nedrīkst noslēpt, ka tev ir svētais gars. Бог мне сказал, и поезжай в Америку. Un Dievs teica, ka jābrauc uz Ameriku. У меня как раз дети были маленькие. Man tieši bērni bija mazi. У вас есть дети маленькие, да? Вот. Vai jums ir maz bērni? Вот, и я поехал. Un es braucu. Говорю, Господи, благодарю Тебя, я пойду проповедовать Евангелие. Paldies Tev, es iešu sludināt Evangeliju. А когда я летел в Америку? Bet kad es lidoju uz Ameriku? Я всегда забронил у себя хвосте свободные места, там хвост, ну, буквально там. Es aizmugrēju. Ну, чтобы сидеть, места было, кейс поставил, Библию. Rezervēju vēl papildus brīvās vietas. А в этот раз забыл. Bet šoreiz aizmirsu. И посадили меня прямо перед большим экраном. Un nosēdina mani tieši pie lielā ekrāna. Ja daži, ja to, Господи, ja kā же? Un es domāju, Dievs, kā? Kā же так, ну? Kā tā? Вот. И сижу там. Un sēžu. Говорю. И не успел помолиться, вижу, идёт одна женщина с маленьким ребёнком. Un nepaspēju palūkā, redzu, iet sieviete ar mazu bērnu. Знаете, Дух Святой свидетельствует. Ziniet, Svētais Gars liecina. Идёт сядет рядом с тобой. Sēža, un nosēž. Ja daži не успел подумать. Es pat nepaspēju padomāt. Господи, только что с дома. Dievs, tikko no mājām. Она говорит, господин, это место свободное? Я говорю, не знаю, по билету, наверное, ваш. Да, ваш, все. Я, та виньс вета. Я сижу. Сежу. Смиряюсь. Самеринос. Вижу, идет вторая. Redzu nākvēl vienā. С ребенком маленьким. Ar mazu bērnu. Я уже понимаю, это что-то тут уже творится. Es jau saprotu, te kaut kas notiek. Вот это уже ненормально, да? Šis jau nav normāli. Да? Вот я сижу. Es сежу. Вот одна. Te viena. Вот вторая. Un te otra. Ну, представьте, 14 часов. 14 stundas. И вот экран еще. Un vēl ekrāns. И все смотрят на тебя. Un visi skatās uz tevi. Камера. Камера. Вот. Идет третья. Nāk trešā. Я уже не знал, что подумать. Es jau nezināju, ko domāt. Помолиться не успел, вдруг стюардесса рядом. Nepaspēju palūkt, jau šī stюарда blakus. Она говорит. Un viņa saka. Вы знаете... Ziniet, вы не хотели бы сделать одолжение? Vai jūs nevarētu izdarīt pakalpojumu? Я думал, что еще? Es domāju, ko tad vēl? Она говорит, вы не хотели бы пересесть? Vai jūs nevēlētos pārsēsties? Потому что вот это третье с младенцем. Jo šī trešā zīdēnīte. Мы хотели, чтобы они сидели в одном месте, чтобы нам было проще, но ну, за них lai viņas, смотреть. Visas vienkopas sēž. Господи, помолиться не успел. Un es domāju, Dievs nepaspēja palūkt. И она ведет меня именно к тому сиденью, которое я хотел забронировать обычно. Un viņa mani veda uz to sēdekli, ko es parasti rezervēju. Господи, спасибо тебе. Un es saku, Dievs, paldies tev. Кейс достал Библию, но это не конец истории. Это Bet tas nebija stāsta beigas. Это начало. Читаю. Лассо. Начинается сервировка еды.
сак пасniegt ēdienu. И вдруг. Un pēkšņi. Это же стюардесса. Šī paša stjuarte. Которая попросила делать мне одолжение. Kura palūdza mani izdarīt pakalpojumu. Понимаете, мы должны дожить до того, чтобы нас попросили сделать одолжение. Не мы. Mums ir jāpie. Спротянуто. А нас. Jānodzīvo līdz tam, lai mums lūdz pakalpojumu. Со мной. Nevis, ka mēs kaut ko prasam. Вот ты должен притягивать исцеление. Tev pašam ir jāpievelk. Ты должен притягивать деньги. Tev jāpievelk nauda. Говорит, сэр, господин. Viņa saka, kungs. За то, что вы сделали вот это. Par to, ka jūs tā izdarījāt. Я думаю, что я сделал? Es domāju, ko es izdarīju? За то, что вы уступили место. Par to, ka jūs palaidāt devāt vietu. Еда первого класса, там копченые, французские. No ēdienas no pirmās klases. Я вообще-то люблю сыра копченую, все, да, спасибо. Jā, paldies. Ну, она так улыбается, уходит. Viņa tā smaida. Еще время проходит. Vēl paiet laiks. Она идет с таким тайным лицом, таким Viņa tāda noslēpumainu seju nāk. И открывает вот этот шкафчик. Un atver skapīti. Говорит, господин. Kungs. Вот это шампанское для вас. Tas ir šampanietis jums. Šo vi? Par to? Уступили место. Ka jūs palaidāt. Atbrīvojat šo vietu. Знаете, я не пью. Un es saku, ziniet, es nedzeru. Ходит, смотрит так. Skatās tā iet. Проходит 5 минут. Paiet 5 minūtes. Она возвращается. Un viņa atgriežas. Говорит, сэр, это шампанское для вас, она бесплатно. No, un saka, šis šampanietis jums. Я говорю, я не пью. Un es saku, nē, es nedzeru. Извини. Atvaino. Уходит. Iet prom un skatās. Третий раз. Un trešo reizi. Не, ну, вот, это как фильм. Tā ir kā filma. Она говорит, ну, поймите, это бесплатно, а это хорошая марка. Ну, сопротивляйте, это же без макса, это лаба марка. Я говорю, я бизнесом занимался, я знаю, есть хорошая шампанское. Es nodarbojos ar biznesu, es zinu. Я же не бедный человек. Es neesmu nabaks. Но я не пью. Bet es nedzeru. И сижу. Сежу. Говорю, Дух Святой. Он саку, Святais Gars. Что-то тут не то. Kaut kas te nav tā. Почему ты хотела заполучить мое внимание? Что я должен делать? Kādēļ tu gribēji manu uzmanību? Kas man ir jādara? И он говорит. Вот когда они все соберутся, un, ну, viņi... собирают, а потом соберутся у себя за кардинами там, ну, стюардессы, кушать потом. Pēc tam visas šīs stjortes būs aiz aizskriem. Ты пойдешь и расскажешь, почему ты не пьешь. Tad aizēj un pastāsti, kādēļ tu nedzer. Как вам такой вариант? Ходить в силе Святого Духа. Tāds вариант. Yes, sir, I can boogie. Всегда? Да. Я всегда танцую, как он. Я всегда танцую. Я никогда не даю кардину. Я никогда не даю Богу негативный ответ. Конечно, буду танцевать. Господи. Да вот я только ждал, пока они там закрывают свои шторы, я им поесть не дал. Об стену там. Можно, ледис? Он просил, вай дрикс тенакт. Да, а что вы хотели? Я протом, что я свалотис. Девочка мне шампанское предлагала. Мейтена мне предлагала шампанское, но я не пил. И я рассказывала свое свидетельство. Un es izstāstīju savu liecību. Почему я не пил? Что я был мафией, жестокий, брутальный, плохой, а пришел Бог, спас меня. И вдруг оказывается, половина из них верующие. Кто-то из Стокгольма, кто-то... Ой, там моя уже церковь не хватило. Я говорю, девочки, чтобы в воскресенье следующее были все церкви. Потому что Бог благ. Jo Dievs ir labs. Это не конец истории. Un tas vēl nav stāsta beigas. Тогда были визы. Tad vēl bija vīzes. И вот я... Вот, сколько я не тренировался дома, чтобы заполнить правильно, куда, кому, там телефон, адреса. Всегда un, это таможня меня послала обратно. Vienmēr mani uz muitu sūta atpakaļ, kad es kaut ko... Kad es pildīju šos dokumentus. И в Нью-Йорке такие очереди были тогда. Un tad bija tādas rindas. И опять неправильно последнее там. Un atkal kaut kas bija nepareizi. И все эти люди масса. Un visi šo cilvēku masa. И вдруг я вижу. Un pēkšņi es redzu. И народ смотрит. Un tauta skatās. Идет вся команда. Iet visa komanda. Это стюардесса впереди. Šī stjuarte kapitān, первый пилот, второй пилот, там третий большой самолет. Liela, и показывают пальцем на меня, un идут visi rāda uz mani.
А люди в зале не понимают. Bet cilvēki zālē nesaprot. Что творится? Kas notiek? И смотрят, и я не понимаю. Un es nesaprotu. И она подходит, говорит. Un viņa man pienāk klāt un saka. Господин капитан, я хочу представить. Вот это был этот, который рассказал мне всё об этом. Kapteiņ, es gribu jūs iepazīstināt. Šis ir tas, kas man pastāstīja visu. Когда вы будете ходить в силе Святого Духа. Kad jūs staigāsiet Svētā Gara spēkā. Жизнь становится интересной. Tad dzīve kļūst interesanta. Начинаются чудеса. Sākas brīnumi. Ты можешь преподавать славу Божию. Tu vari parādīt Dieva slavu. Страху тогда нет места. Un bailēm tad nav vietas. Только один он. Tikai viens viņš. Ты желаешь прославить его. Tu vēlies viņu slavēt. И таких историй могу рассказывать с утра до вечера. Un tādu stāstu es varu stāstīt no rīta līdz vakaram, saprotiet? Он поднял меня безграмотного. Viņš pacēla mani bez izglītības. Я проповедовал более 25 странах. Esmu sludinājis 25 valstīs. Я был приглашён на собрание, где были 50 тысяч человек. 30, 10. Tur, kur ir 50 tūkstoši, 30. Я проповедовал в маленьких селах. Es esmu sludinājis mazos ciematos šūniņās. Куда надо, туда я иду. Kur vajag, tur es eju. Понимаете? Saprotiet. Бог может тебя поднять. Dievs var tevi pacelt. Если ты будешь наполняться Духом Святым. Ja tu piepildīsies ar Svēto Garu. И страх уходит. Un tad bailes aiziet. И ты пойдешь, скажет, так говорит Господь. Un tu iesi un teiksi, tā saka tas Kungs. И я видел, как слепые. Un es redzēju, kā получили зрение. Ir redzējuši, глухие начали слушать. Kurlie sākuši хромые стали ходить. Kurlie sākuši staigāt. Я видел эти пачками этих чудес и знамений. Es redzēju daudz šo zīmes un brīnumus. Я видел, как Бог благословлял финансами. Es redzēju, kā Dievs svētī ar finansēm. Я видел его славу на каждом шагу. Es redzēju viņa slavu uz katra soļa. Я приехал в Америку. Es atbraucu uz Ameriku. Расскажу, это все последнее, буду молиться. Pastāstīšu, tas ir pēdējais, un tad mēs saberam pažertvovanie. Un savāksim ziedojumu. Потому что запомните. Jo iegavējiet. Если жертвы не будет на жертвеннике. Ja upuris nebūs uz altāra. Не будет огня. Tad nebūs uguns. Нет огня, нет теплоты, nav нет любви, нет веры. Mīlestības nav ticības. Вот мой друг пригласил каждый год меня проповедовать в Феникс, Аризона. Mani aicināja sludināt Феникс, Аризона. И я проповедовал. Un es sludināju. И в конце собрания Un sapulces beigās. Pastor John говорит. Mācītājs Džons saka. Ребята, пастор приехал издалека. Я не намекаю, мне ничего не надо. Отправьтесь на меня идет с неба. Вот. Говорит, собираем ему пожертвование. Savāksim viņam ziedojumu. Все-таки за три земли там, понимаете. Ну, saprotiet. И они собрали, благословили меня. Savāca svētie mani. И все. Следующий год Бог открыл мне дверь, я проповедовал в церкви Дэвида Вилкерсона. Вы слышали про Дэвида Вилкерсона? Un nākamajā gadā es sludināju Dēvidu Vilkersonu draudzē. Я проповедовал в одной из его церквей. Es sludināju vienā no viņa draudzēm. И там такое служение было. Tur bija радость, вера. Tur bija prieks, ticība. Люди идут. Cilvēki nāk. И вдруг я вижу, один человек идет и плачет. Redzu, viens cilvēks nāk un rauda. Он подошел ко мне. Viņš pienāca pie manis un saka. Pastor. Mācītāji. Прости меня. Piedod. Благослови. Svētī. Я говорю, я вас не знаю. Я первый раз вижу. Es jūs saku, es pirmo reizi jūs redzu. Первый раз. Он говорит, вы знаете. Un viņš saka, ziniet. Вы, наверное, меня не знаете. Jūs mani laikam nezināt. Но я вас знаю. Bet es jūs zinu. Я был в этой церкви у пастора Джона. Es biju tajā draudzē pie mācītāja Džona. И когда пастор призывал пожертвование принимать. Un tad, kad mācītājs piesauca dot ziedojumu. Я слышал, как Бог мне сказал, дай $200. Es dzirdēju, kā Dievs man saka, atdod $200. И понимаете, а у меня они были последние. Bet tie man bija pēdējie. И я воевал. Un es karoju. И ничего не дал. Un neko neiedevu. Через два месяца, он вышел из церкви, купил на эти деньги наркотики, nopirka par šo naudu narkotikas, и принял. Un, pieņēma šo darbu. Через два месяца он потерял работу, pēc diviem mēnešiem viņš zaudēja darbu, через три месяца, pēc trīs mēnešiem, жена выгнала, sieva viņu izdzina, и через полгода он был бомжом. Un pēc pusgada viņš bija bomzis. Пока служители Дэвида Вилкерсона его не подобрали. Kamēr Дэвида Вилкерсона kalpotāji viņu nesavāca. И пока я через три года Un, kamēr es pēc trījiem gadiem не приехал именно в эту церковь, neatbraucu tieši uz šo draudzi, и не проповедовал, и он не увидел меня. Un nesludināju, un viņš mani neieraudzīja. Вы понимаете, какие он чудеса делает? Он все может. Dievs visu var. И вот он плачет. Un te viņš rauda. Я говорю, конечно, я благословляю. Un es saku, protams, es svētīšu. Будь свободен. Esi brīvs. Ну запомни этот урок на всю жизнь. Bet iegaumē šo mācību uz visu dzīvi. Богу нет сказать нельзя. Dievam nedrīkst teikt nē. И последнее. Это еще потрит вас.
Последнее, дорогие, у вас есть силы, да? Vai jums vēl ir spēks? Последнее. Vēl pēdējais. Я тоже проповедовал в Америке, Бог послал меня туда. Dievs man sūtīja uz Ameriku. И сказал, ты пойдешь? Un teica, tu iesi. Тебе дадут там деньги, ты купишь аппаратуру для своей церкви. Tev tur iedos naudu, un tu nopirksi aparatūru savai draudzei. Ну что, хорошее слово, что не поехал? Ну, labs vārds, kādēļ nevajag. Человек сказал, да. Ну вот иногда вот путаешь, то ли это твое, то ли это его, да? Bet dažreiz jauc, vai tas ir no viņa, vai no tevis. Не, ну как? Ну, ехать надо, чтобы проверить, ну, да? Jābrauc ir, lai pārbaudītu. Ну, то будет мучить эта мысль, да? Citā я поехал. Doma mocīs, un es aizbraucu. Звоню своему другу евангелисту. Звоню savam draugam evangelistam. Говорю, Рич, я приеду, давай. Un saku, Rič, es atbraucu. Ты устрой мне там собрание. Сарико, так... man tur sapulci. Ну, я не сказал, что Бог сказал. Ну, что я буду es мучить neteicu, человека? Es neteicu, ka Dievs man teica. Ну, ko es мочу человека? Если он сказал, ну, он исполнит. Ну, ja viņš pateica, tad viņš piepildīs. И мы всегда устраивали на улицах Феникса евангелизации. Un mēs vienmēr Феникса uz ielām rīkojam evangelizāciju. Дары привлекают людей. Мы Un dāvanas tās piesaista cilvēkus. Трейлером приехали. Mēs atbraucām ar трейлеру. Поставили аппаратуру. Nolikām aparatūru. Через полчаса было 3 человека, через 2 часа 40, 100. Pēc tam rezultātā 100 cilvēku. Помазание, не ты. Tas ir svaidījums. Ты можешь там думать, мучить, как эти люди. Tu vari domāt, mocāties, kā? Ну, ты должен встать и сиять. Bet tev jābieceļas un jāspīd. И вот, и он мне говорит, ну, я говорю, давай, это уже, ну, у меня уже $100 осталось, третья неделя идет. Ты же все обещал, что ты приведешь туда, и там это. Man jau trešā nedēļa iet $100 palikuši, tu man esi apsolis to. Да, там они дадут, тебе не переживай, там все. Bet tur viņi tev iedos nepārdzīvo. А мне уже уехать. Bet man jau jābrauc. Как я вернусь в церковь? Kā es atgriezīšos? Без аппаратуры. Draudzē bez aparatūras. Ну, Бог же сказал. Bet Dievs tak teica. И все, осталось только одна среда последняя. Un viss palika tikai viena pēdējā. Боже мой, ну как я страдал, а? Kā es mocījos? Я говорю, я уже хоть думал, слушай, брат, что? Es jau domāju, ну kas? Не буду. Я говорю, Рич, последняя среда. Рич, пēдējā трешдень, ko darīt? Говорит, ничего не открылось, только маленькая церковь. Viņš saka, neko nevar, tikai maza draudze. Я познакомился со своей женой, и она родилась там. Kur es iepazinos ar savu sievu. Un... Ну хоть туда, пойдем, ну, воздаем честь, то я в церковь не хожу. Aiziesim. Вот, поехали. Aizbraucām. Меня представили. И мне iepazīstināja. Я говорю, в общем-то, я на стадионах проповедую, меня представили, un там кто хочет. Мне iepazīstinājas tur stadionos. Я могу помолиться за исцеление. Es varu palūkt par dziedināšanu. В этот день все были здоровы. Un šajā dienā visi bija pie veseli. Ну, меня никто не хотел. Mani neviens negrib. Хорошо, Боже, ну нет, так нет, значит, ну что, где-нибудь будет. Ну, так. Ты сказал. Собрание закончилось. Sapulce beidzās. Помолиться было не за кого. Все здоровы. Nebija как par здесь? Visi veseli, kā šeit. Amen. Все здоровы. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Dievu. Вот. И вдруг вижу один брат, семафорит мне. Viens brālis man rāda. Nāc. Иди сюда. Я подошел. Es pienācu. Un ko? Ну, где болит? Kur sāp? Нет, у меня вообще здоров, нигде ничего не болит. Nē, man nekas nesāp. Я бы хотел узнать, как твое имя и фамилия правильно пишется. Es gribētu uzzināt, kā tavs vārds, uzvārds pareizi rakstās. Я говорю, для чего? А кадэль? Ты знаешь, Бог мне сказал, чек тебе выписать. Dievs man teica, lai es tev čeku izrakstu. Ну, я сказал. Благодарил брата. Я говорю, ничего не болит. Нет, ничего не болит нигде. Nekas nesāp, nē. И поставил этот чек. Un ieliku čeku. Карман пиджака свой. У сава узвалка капота. Я же не буду смотреть. Es tak neskatīšos. Ну, еще увидит физиономию недовольную. Я раудзис вау, ка неапмеринат сей, ну, елику. Ну, же аппаратура. Я понимал, что это церковь. Я же видел. Ну, что вы. Ну, и поехал домой. Un aizbrauc mājās. У брата, у другого жил. Pie брали, pie cita dzīvo. Сижу за компом. Сежу. Молитвы. Лукшенс. Думаю. Думаю. И вдруг Дух Святой говорит. Un pēкшен святая сгар сака. Чек-то посмотри. Paskaties to čeku. Ну, вы понимаете. Ну, церковь там, я не знаю, ну, достаю. Извалку. Это не понял. Он не сопрот. Вспомнил человека, сравнил. Да не могу понять. Ноль. Он не может сопрасть. Ноль. Боже Таудис мой. Нулес. Какой ты великий. Диос, кажется, если варанс. Вы понимаете, всегда благословения приходят от не, ну, невыразительных людей. Atnāk no tādiem necilvēm cilvēkiem, tāpēc ir vienmēr jānovērtē. Следующий день звонок. Nākamajā dienā zvans. Говорит, это я брат, вот тот. Un tas esmu es, brālis. Вы не хотели у меня поужинать? Vai jūs nevēlētos pie manis? Да я и на завтрак останусь. Paēst. Только у меня машины нету. Palikt, bet man mašīnas nav. Я пора, ну, вы понимаете, жизнь-то интересная. Dzīve, tā ir interesanta lieta. Вот. Он тебя приеду за тобой. Я отправлю тебя пакаль. Приехал.
Atbrauca. Мы едем. Mēs braucam. Думаю, трехэтажные дома. Говорит, Господь, как же ты благословляешь Dievs, людей. Dievs, kā tu svētī cilvēks. Это долина Феникса. Это... Tā ir Феникса ielēja. А там далеко горы, там Un так tur, красиво. Tur tik skaisti, tur galni. Еду, думаю, braucam, ну, как, braucam. В каком же доме брат живет? Nes, kurā mājā viņš dzīvo? Думаю, ну все одинаково красивые. Visas vienādi skaistas. Ну, едем. Braucam. Никуда не сворачиваем. Nekur nenogriežam. И вдруг эти дома закончили. Un pēkšņi šīs mājas beidzas. И пустырничи. Un sākas tukšums. Ну, представьте меня. Iedomājieties mani. Ну, как мы все думаем. О, сейчас думаю. Рыцарь придет. Ну, понимаете, о чем я говорю? Да вот сейчас все. И вдруг мы подъехали к вагончику. Un pēkšņi mēs piebraucam pie vagoniņa. В Америке называется motorhome. Motorhome. В середине кухня, там, гостиная, там кухня и там спальные. Гуля мистава. Как они же? В это время как раз сын вернулся из армии, молодой человек. Un и там еще. Bija dēls atgriezies no armijas, jauns cilvēks. Жена радостно встретила. Сиева priecīgi sagaidīja. Я говорю, да, слава Богу. Saku, slava Dievam. И тут эти контрасты, чек. Un te pēkšņi sākas šie и где он жил. Čeks un tas, kur viņš dzīvoja. Заставляли меня подумать. Sāka likt man domāt. Господи, Dievs, для чего ты меня послал сюда? Kāpēc tu mani šeit esi sūtis? Что я должен делать? Kas man ir jāizdara? Все, что у меня было, это молитва. Viss, kas man bija, tā bija lūkšana. У тебя всегда есть молитва. Tev vienmēr ir lūkšana. Чтобы помолиться за людей. Lai varētu lūgt par cilvēkiem. Чудесный ужин. Brīnišķīgas vakariņas. Можно помолиться за вас? Un es saku, vai es drīkstu par jums lūgt? Viņš saka, jā. Es palūdzu. Через 3 года я возвращаю в Америку. Pēc 3 gadiem es atgriežos Amerikā. И спрашиваю, вы брата, ну, что с него стало, вот этот брат? Я ничего никому не говорю. Un jautāju, kas notika ar to cilvēku? Они говорят. Un viņi saka, Я говорю, где он? Kur viņš ir? Он говорит, он не живет уже тут. Viņš tur vairs nedzīvo. Как не живет? Kā nedzīvo? Где он? Kur viņš ir? Он переехал в Нью-Йорк. Viņš pārcēlās uz Ņujorku. А что он там делает? Un ko viņš tur dara? Он купил там дом. Viņš tur nopirka māju. И? Un? Он имеет автомастерскую. Un viņam ir darbnīca. И я понимал. Un es sapratu. Что благословение. Ka svētība. Придет после послушания. Nāks pēc paklausības. Все, что Бог тебе скажет. Viss, ko Dievs tev teiks. Ты сделай. Tu izdari. Ибо Бог смотрит на жертву. Jo Dievs skatās uz upuri. Бог смотрит, потому что в этой жертве есть вера твоя. Tāpēc, šajā upurī, tava ticība. Все, что он скажет. Visu, ko viņš teica. Не то, что человек скажет. Я ему ничего не говорил. Я тебе сегодня ничего не говорил. Es arī tev neko nesaku šodien. Все, что Бог скажет. Visu, ko Dievs teiks. Сделай. Izdari. В одном случае он потерял все. Vienā gadījumā viņš zaudēja visu. Но Бог помиловал. Bet Dievs apžēlojās. Это разные ситуации. Другой случай. Tas ir dažādas situācijas. Cits gadījums. Я не знаю, что ему Бог сказал. Es nezinu, ko Dievs teica. Но я знаю, что Бог ему сделал. Bet es zinu, ko Dievs viņam izdarīja. И Бог может это тебе сделать. Un Dievs var to izdarīt tev. Я говорю реальные вещи. Es saku reālas lietas. Потому что Бог здесь. Jo Dievs ir šeit. Самое, что он хочет. Tas, ko viņš vēlas. Чтобы твоя вера. Lai tava ticība. Состоялась в том. Būtu tajā. Что ты доверяешь ему. Ka tu viņam uzticies. Доверяешь ему характеру. Uzticies viņa raksturam. Что он тот же. Ka viņš ir tas pats. Вчера, сегодня. Vakar, šodien un rīt. Он вчера исцелял. Viņš vakar dziedināja. Он сегодня это делает. Viņš šodien to в этом должна быть твоя вера. Tajā ir jābūt tava ticība. Не в этом, что я противостою всех демонов. Понятно. Понимаете? Что я противостою и всех демонов изгоняю. Ставу visiem demoniem reti un izdzen tos. Это хорошо. Tas ir labi. Но вера состоится в том, bet, ticība ir tajā, что я доверяю ему. Ka es uzticos. Его характеру. Viņa raksturam. Biblija napisana tolki za tavo, čtobe pokazat jevo charakter. Biblija uzrakstīta tikai tādēļ, lai parādītu viņa raksturu. Što on vernij, ka viņš ir uzticams, хороший. Labs. Nu i. Un arī. Pažarājuši ogonj. Tas, kas aprī uguni. Для непослушной. Nepaklausīgos. Вот. Поэтому пусть музыканты выйдут. Lai nāk mūziķi. Остались еще. Ну, кто-нибудь. Включим что-нибудь. И будем прославлять, сосредотачивайтесь на Боге. Концентрируйтесь на Диву. Потому что он тут на этом месте. Он может исцелить тебя. Он может освободить тебя. И в это время, когда мы начинаем прославлять Бога, мы собираем пожертвования. Savāksim, ziedojam, kad дорогие. Dārgie. Перед тем,
как вы будете жертвовать? Pirms jūs ziedosiet. Просите у Господа. Лудзе Дievам. Господи. Kungs. Я хочу быть послушным. Es vēlos būt paklausīgs. Я хочу видеть твою славу. Es vēlos redzēt tavu slavu. Я хочу дать то, что ты скажешь. Es vēlos dot to, ko tu teiksi. Я хочу. Es vēlos. Чтобы моя жизнь изменилась. Lai mana dzīve mainītos. Я хочу. Es vēlos. Чтобы зашла слава твоя. Lai nonā, lai parādītos tava slava. Чтобы я освободился не ради денег. Lai es atbrīvotos ne naudas dēļ. Как вы думаете? Kā jūs domājat? Бог мог бы Израиль освободить без жертвы их? Конечно, мог. Vai Dievs varētu atbrīvot Izraēlu bez viņa upuris? Но не делает этого. Bet nedara. Дело не в этой жертве, дело было их вере. Lieta nav upurī, bet lieta ir ticībā, bet ticība. Без дел мертва. Bez darbiem ir mirusi. Доверие ему. Uzticība viņam. Боже мой, как мне было трудно жертвовать жизни. Cik man bija grūti upurēt. Когда он сказал отдать то, Viņš teica atdot to, чему не хотелось. Ko man negribējās. Мои дорогие. Mani dārgie. Это я один проповедь из моих называл Ватерло в кармане. Ватерло кабатā saucās viena manas vārtenes. Это было так сложно. Tas bija tik sarežģīti. Когда я жертвовал то, Kad es upurēju ar от to, чего зависело мое благосостояние завтра. No kā bija atkarīga mana labklājība rītdien. Но он никогда не опоздал. Bet viņš nekad nenokavē. Он не человек, он всегда пришел. Viņš nav cilvēks, viņš vienmēr atnāk. И он хочет это доказать тебе. Un viņš vēlas to pierādīt tev. Что стоит? Ka ir vērts. Доверять. Uzticēties ему. Viņam. Стоит. Ir vērts. Умереть. Nomirt sev. Я жить для него. Un dzīvot viņam. Потому что он ведь сам. Tāpēc, ka viņš pats доверился полностью в его руки. Пилнибо уступился. Я пойду умру. Я доверяю, что ты воскресишь меня. Un uzticējies, ka tu mani augšā cels. На третий день. Трешая дена. Не на первый. Не первая. Не на второй. Не вторая. На третий день. Bet uz trešo dienu. Полностью доверял. Пилнибо уступился. И нам придется пройти через многое еще. Un vēl caur daudzu mums vajadzēs iet cauri. Мы должны научиться доверять ему. Bet mums ir jāiemācās viņam uzticēties. Потому что страшные времена ожидают этот мир. Jo baisi laiki gaida šo pasauli. Самое страшное еще впереди. Un vēl baisākais vēl ir priekšā. Которого никто не видел. То, ko vēl neviens nav redzējis. И цель всех этих проповедей. Un visu svētrunu mērķis. И дел, чтобы мы стали сильными. Ir padarīt mūs stiprus. Если нет жертвы, нет силы. Ja nav upura, tad nav spēka. Нет послушания. Nav paklausības. Нет веры. Nav ticības. Понимаете, о чём я говорю? Saprotiet, par ko es runāju. Пусть наша вера не будет декларация. Lai mūsu ticība nav deklarācija. А пусть слова совпадают. Bet lai vārdi sakrīt ar mūsu darbiem. И я молюсь сегодня. Un es lūdzu šodien. Чтобы все ваши молитвы. Lai visas jūsu lūkšanas. За какую-то нужду. Par kaut kādu vajadzību. Превратились в молитвы благодарения. Pārvērstos par pateicības lūkšanām. За отвеченные молитвы. Par atbildētām lūkšanām. Ну вот нужно доказательство. Bet ir vajadzīgi pierādījumi. Все, что он просит. Visu, ko viņš lūdz. Все сделайте. Visu izdariet. И с этим вы пишете большими словами. Un ar to jūs ar lieliem Прямо на голубом небе я доверяю тебе. Es uzticos tev. Полностью. Pilnībā. Ты мой Бог. Tu esi mans Dievs. Ты мой целитель. Tu esi mans dziedinātājs. Ты мой освободитель. Tu esi mans atbrīvotājs. Ты превращаешь. Tu pārvērt. Воду в вино. Ūdeni vīnā. Ты возвращаешь первую любовь. Tu atgriez pirmo mīlestību. Пусть воистину, Господи. Lai tik tiešām Dievs. Тень Петра возвращается в церковь. Pētera ēna atgriežas draudzē. Потому что тогда нам просто завоевать этот город. Jo tad mums būs vienkārši iekarot šo pilsētu. Только с тенью, больше ничего не надо. Tikai ar ēnu, nekas vairāk nav nepieciešams. Прошел. Pagāji. Все. Понимаете? Saprotiet. А потом деньги придут. Bet pēc tam nauda. Потом построим все, что надо. Pēc tam uzbūvēsim Но visu, ko vajag. Но тень нужен, тень. Понимаете? Вы со мной. Vai esat ar mani? А как Возвращается тень. Bet kā atgriežas ēna? Vera. Ticība. Слушание. Paklausība. Через дело. Caur darbiem. Amen. Тень нужен, правда? Ēna ir vajadzīga, vai ne? Чтобы неверующую маму твою привести, надо тень. Neticīgo māmu atvest vajadzīga ir ēna. Пройди мимо соседки слепой. Pai garām aklai kaimiņiem. Да не то, что мама, подъезд придёт. Nevis māma, bet visa kāpņu telpa atnāks. Нет подъезда. Нет тени. Telpas, нет ничего. Ēnas nav nekā. Но он готовит нас. Bet viņš mūs gatavo. Аминь. Тень нужен. Пусть они покупают мою рубашку сегодня за 100 тысяч долларов. А зачем покупать потные футболки этих футболистов? Это же дьявол все извратил. Ты овелнс вису или сабмайтайс.
Ни один демон не выходит. Neviens demons neiziet. Аминь. Amen. Дорогие, давайте встанем. Дорогие, tagad piecelsimies. Господи, мы благодарим Тебя Dievs, за кого. Мы pateicamies. Я благодарю за каждого человека, кто в этом зале. Человеку, кто сидит в этой зале. Господи, я благодарю за девять даров Духа. Par deviņām garu dāvanām. Я хочу, чтобы вы поднимали руки. Es gribu, lai jūs paceļat rokas. Которые почувствовали до того времени, что Бог ведет вас в дарах исцеления. Ka jūs esat jūtuši, ka Dievs jūs ved dziedināšanās dāvanās. Pacel rokas. Ну, давайте так. Если ты хочешь дары исцеления, поднимай руку. Ja tu vēlies dziedināšanas dāvanu, tad pacel roku. Бог говорит, прими. Dievs saka, pieņem. Дар пророчества. Pravieta. Кому надо? To praviešā gars. Прими это сейчас. Pieņem to tagad. Господь дает тебе. Дар чудотворения. Прими это сейчас в свое сердце. Brīnumu. Gars, pieņem дар распознания духа. У многих и у вас он есть. Gars. Это от Бога, не бойся, используй tas это. No Dieva, ты поможешь to. Людям. Tu palīdzēsi cilvēkiem. Слово знания, Vārda, слово мудрости, прими Udīts. Это сейчас. Если tagad. Ты хочешь, чтобы я отдельно помолился, ja потом подойди, и будет время, я помолюсь, я возложу руки на тебя. Но прими это, верой. Тут не человек причем. Te nav cilvēkam nekāds sakars. Многие из вас призваны евангелистом. No, jums ir aicināts brat с галстуком, ты призван евангелистом, дары Brava, исцеления, дар пророчества, вот который стоит, не знаю имя твоего. Запомни, это ответственность, Господь возлагает на тебя труд. Господи, мы благодарим Тебя. Я связываю все духи немощи. И приказываю всем телам исцеляться. С именем Иисуса. Пусть будет разрушено всякое проклятие. Всякое растение, которое не посадил Небесный Отец. Debes Tēvs nav dēstījis. Da būt iztornota. Lai tas ir iznīcināts. Господи, ради Твоей славы. Izlivai svoju milosti, dragoj. Izlai savu žēlstību. Na людей. Utiši samih. Mierini. Духом своим. Ar savu garu. Укрепи, утверди. Stiprini un nostiprini. Чтобы они пошли. Lai viņi ietu. И воистину пели. Хвалебные песни о Тебе. Dziedāt slavas dziesmas par Tevi. O Tvojai slāvei un viļiši. Par Tavu godību. О, о Твоей любви, par tavu mīlestību, как песнь песней, kā salma, augstā dziesma, достигут реки живой воды из наших уст, из наших тел, из чрева. Господи, новая песнь, jauna dziesma, песнь песней, воистину, о Тебе, Иисус. Par tevi, Jēzu. О, благодарим Тебя. Mēs pateicam Дух рабства. Я связываю и разрушаю твою силу. Дух страха. Убирайся прочь отсюда во имя Иешуа. Наши имена записаны кровью Его. В книге жизни. Слава Тебе, Господи. За свободу. Слава Тебе, Господи. За дождь чудес и знамений. Господь говорит. Я дам вам месте ранний и поздний дождь. Я дам вам это место, чтобы проросло и чтобы сразу были плоды. И твои ответы пути. Только не бойся. Все будет, как написано. Если ты будешь стоять на слове. Просто благодари. Просто начни благодарить. Скажи, благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Славлю Тебя, Иисус. Поклоняюсь Тебе, Иисус. Возвышаю Тебя, Иисус. Слава Тебе, имя превыше всех имен. Аллилуйя. Имя превыше всех имен. Слава Тебе. Воздай славу, хлопай руками, воскликни своим голосом. Слава Ему. Аллилуйя. Слава Ему. Слава Ему, сатана поражен. Иисус Господь. Слава Ему. Аллилуйя. Слава Ему. Слава Ему. Слава Ему. Слава Ему. Слава Ему, Господи. Благодарим Тебя. За Твою нежную любовь. За Твои раны. Господь. Спасибо за Твои раны. Pateicos par Tavām brūcēm. Господи. Спасибо за Твои боли.
Вся слава тебе, аллилуйя. Вся слава тебе.